Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hare Krishna. Oh, speak. Пожалуйста, говорите. Вчерашняя лекция вечерняя. Вчера Гуру Махарадж рассказывал, продолжил объяснять стих Гьяна Праяса Удапасья Наманте Эва. Он объяснял слово Джаванти. Джаванти значит тот, кто для кого Харикатха является самым смыслом жизни, самой душой. То есть это, например, такой человек, который влюблен в кого-то, и этот человек, он стремится быть там, где рассказывают про его возлюбленного или возлюбленного. То есть он хочет как можно больше слышать об этом человеке. И, например, Риту Махарадж, он говорит, что я хочу иметь тысячи ушей, чтобы слушать эту харикатху. И это не значит, что он хочет иметь тысячу ушей на своем теле. Нет, это значит, что он просто хочет иметь такую силу слушания, чтобы не пропустить ни одно слово этой харикатхи. Это значит Джаванти. Тот, для кого харикатха смысл жизни. Дальше он объясняет слова Стханесхита. Стханесхита. Здесь говорится, как нужно слушать харикатху. Харикатху нужно слушать прямо сейчас, немедля. Не когда-нибудь потом, не откладывать. Очень часто люди откладывают на потом или
я считаю, что у них нет времени. Но Харикатху нужно слушать прямо сейчас и стараться быть у стоп вайшнава, который говорит Харикатху. Стараться постоянно быть у его стоп. И нужно служить Харикатхе. Нужно служить умом, телом и речью. Обязательно необходимо запоминать Харикатху, пропускать ее через свое сердце. Нужно... А сначала нужно поклониться тому месту, где идет Харикатха, потому что это необычное место. Там присутствует святой человек, который ее повествует. Там все святые титхи, все святое сходится в этом месте, где проходит Харикатха. И также необходимо эту Харикатху потом пересказывать. Рассказывать другим, делиться ей. Так необходимо служить Харикатхе. И тогда непобедимый Кришна, которого зовут Аджита, станет победимым. То есть даже, наверное, не непобедимый, а он станет покоренным таким человеком, который постоянно слушает Харикатху, постоянно слушает повествование о нем. И тогда Чайтанья Махапрабху, услышав такое объяснение, он сказал: «Да, хорошо, ему очень понравилось это объяснение». И он сказал: «Да, продолжай дальше». Почему он так сказал? Потому что Харикатха очень важна в духовной жизни. Это самое важное, одно из самых важных. Быть у стоп саду и слушать Харикатху. Саду санга, саду санда, сара шастра кой, лава матра, саду санга, сара ситхи кой. Здесь говорится, что нет другого пути. Одна секунда общения с чистым преданным дает все совершенство. То есть нужно только услышать Харикатху и от чистого преданного, и вы получите все совершенство. Окей, хорошо. Maharaj, I can add something what you told yesterday, but I not translated, sorry. Okay. Вчера Махарадж кое-что сказал, что я не перевел, вы мне просто напомнили. Когда преданный входит в место, где проходит Харикатха, он кланяется не только месту, где проходит Харикатха, но и тем, кто слушает Харикатху, тем, кто организует Харикатху. И еще он упомянул, что наш Шрила Гурудев говорил, что вкус Харикатхи — это самое главное. Если человек занят очень многими видами служениями, но не испытывает вкуса к Харикатхи, он потеряет все это служение. Вот. Но если у него есть лишь вкус к Харикатхи, он приобретет все виды служения. То есть вкус к Харикатхи является определяющим в бхакти. Он говорил вкус к Харикатхи. Желание слушать лобха, потому что кого как разовьется. Окей, okay, somebody anything remembering? Еще кто-нибудь что-нибудь вспомнил? А он вчера Махарадж говорил еще тему, потому что на этом не остановилась стихи, он пошел дальше. Я помню, во-первых, Харикатху, ее обязательно нужно слушать от осознавшей себя личности, потому что если мы будем слушать Харикатху от человека, который ее не осознал, это будет просто как яд для нас, потому что если молоко, оно полезный продукт для... Не совсем так он говорил. А как? She told yesterday you explained what we must hear Harikatha only from fully who is completely understood his position in Krishna Lila. I told Maharaj told something different. He told three kind of Vaishnavas. The best is here to the Uttam Vaishnavas, yes. Ah, but Madhyamadhikari from Harikatha from him also useful. But if someone have not faith for Krishna, if someone have not faith, no faith, no Shraddha, yeah, then he is speaking, it's just like snake is touching by teeth, poisonous teeth, it will be not good at all. Yeah, if not in Vaishnava, yeah, no faith, this Harikatha also not so much powerful. Krishnagamini, you remember something? She's not finished, no touch. She did not write anything. She remember all things.
He can tell. So in a necessary can proper can do note. I might record and listen. All night listen. Oh, all night listen. Гурудев также говорил, что есть вообще три пути самосовершенствования. Это карма, гьяна и бхакти. Но непобедимого Кришну можно победить, можно покорить только с помощью бхакти. То есть если вы совершаете карму, если вы совершаете гьяну, прикладываете очень много усилий, это не даст вам высшего результата. А если вы просто следуете бхакти, вы обязательно покорите Господа. Как же можно обрести бхакти? Бхакти можно обрести только в общении с тем, у кого есть бхакти. Поэтому нужна садусанга. То есть если вы хотите отношения с Господом, нужно сначала обрести бхакти. Гурудев сказал, что без бхакти вы не можете встретиться с Господом. А до этого он говорил раньше в своей катхе, что даже если вы встретитесь с Господом, благо вы не получите. Потому что можете совершать оскорбление, он вас просто убьет. Снесет голову своей чакрой. Поэтому, чтобы благоприятная была ваша встреча, нужно обрести бхакти. А чтобы обрести бхакти, нужно находиться в садусанге. Гурудев далее процитировал шлоку, где Капиладева говорит своей матери Даватхути, что дарует Харикатха. Во-первых, Харикатха, она избавляет нас. Она избавляет нас от пяти вещей. Папа Ришрама от тяжелой работы. Человек, когда слушает Харикатху, он начинает задумываться, зачем я прикладываю столько усилий? Зачем я столько работаю? Он начинает задумываться над своей жизнью. И перестает так тяжело работать. Это папа Ришрама, тяжелая работа. Второе, пха, пхела. У него перестает идти пена изо рта. Вы можете видеть, у загнанных лошадей идет пена. И современные люди похожи на таких загнанных лошадей, которые бегут непонятно куда. Шиланарайана Госвами Махарадж приводил такой пример, как собака, которая бежит бесцельно просто. Куда ты бежишь? Я не знаю, но я бегу. И некоторые говорят, я бегу. Куда бежишь? Непонятно куда. Просто бежит. С важным видом. И человек поэтому у него перестает идти пена изо рта. Он перестает бежать. Ба, яр такая бесполезность. Поскольку он задумывается о своей жизни, чуть-чуть замедляет ее темп, он перестает совершать бесполезные вещи. Он понимает, вот это нужно делать. Приезжает в садху, нужно служить садху. Бесполезные вещи можно оставить на потом. Допустим, общение там с кармой, с друзьями. Это бесполезно на самом деле. Он оставляет бесполезное. Ха, хай, у него уходит страх. Один из признаков, кстати, что вы сидите рядом с вайшнавом, это то, что вам очень спокойно, вам очень гармонично. Это значит, вы с чистым преданным. У вас уходит страх, когда вы слушаете харикатху. Мамритьо. Человек побеждает смерть. Благодаря слушанию харикатху можно выйти за пределы этого материального мира и победить, выйти из цикла рождения и смерти. Гурудев ранее говорил, что только благодаря харикатхе это возможно. То есть если вам надоело рождаться, если вам надоело болеть, стареть, что нужно делать? Просто принести свое тело хотя бы. Принести свое тело, предложить поклоны, и так вы избавитесь от смерти. Кроме того, харикатха не только очищает от этих вещей, она еще и дарует что-то. Она дарует сначала шрадху, веру, которая потом развивается в рати, привязанность, и потом уже рати развивается в бхакти. Она дарует таким образом высший плод. И если будете только слушать харикатху, даже следовать только этой составляющей бхакти преданного служения, ваша жизнь обязательно увенчается успехом. Обязательно слушайте от вайшнаву. Потом задали из зала вопрос насчет истинного вайшнава, как понять, и Гурудев объяснил, зачем же нужна садусанга, почему бы не почитать самим писанием, там все есть. Махамандра есть, гайатри мантра есть, комментарии есть даже огромные, все можно почитать. Гурудев назвал две причины. Первая, потому что даже, чтобы научиться чему-то мирскому, мы идем к кому? К учителю. Даже если мы сами чему-то научимся, нас на хорошую работу не возьмут. Мой любимый пример всегда привожу. Если я захочу кому-нибудь из вас сделать, допустим, операцию на глазе или на головном мозге, и скажу, я прочитала очень много книг, давай-ка я тебе пооперирую мозг. Я думаю, вы вряд ли согласитесь, чтобы я это сделала. Вы скажете, а где ты обучалась вообще? Я прочитала очень много книг. Нет. Иди получи диплом, покажи мне, потом придешь. Это даже в материальном жизни. А мы стремимся обрести самое высшее. Кришна, он адхокшаджа. Он тот, кто находится за пределами чувственного восприятия. Есть пять видов знания, вот адхокшаджа означает за пределами чувственного восприятия. Мы не можем постичь его материальным, а кроме материального у нас ничего нет. Каким инструментом тогда постигать Господа? Поэтому нужно идти к Гурудеву, потому что Гурудев, он не материален, он полностью трансцендентен. И далее Гурудев также добавил,
Он рассказал о комментарии Шрилы Дживакасвами Пады, который привел такой пример. В Индии есть два вида дерева – бадьян и пикало. Если просто семечко упадет на землю, даже в хорошую плодородную почву, оно и прорастет. Но если его скушает птичка, и семечко в ее пищеварительном тракте смешается с ферментами, то есть обогатится, оно сможет прорасти даже в асфальте. Я помню, Далеко пример такой рассказывал, хороший, говорит, в Индии там деревья встретишь, которые вообще растут прямо в асфальте. Там вроде ничего нету. Почему? Они обрели такую силу. Гурудев до этого, когда объяснял, зачем получать мантры, он говорил, что если вы будете просто повторять мантры, они, конечно, дадут вам какое-то благо. Но Кришна прему вы не получите. Тем более вы не получите Рада прему. И Гоура прему вы тоже никогда не получите. Это высочайшие вещи, которые передаются только по парампаре. Поэтому, если вы хотите высшего блага, а все мы разумные люди хотим высшего блага, надо идти к Гурудеву. И надо слушать Харикатху обязательно в саду Санги. Истинного духовного учителя можно узнать только если молиться Кришне. Кришна сам вдохновит, он направит вас к нужному, конкретно вам, учителю. Вы сами не сможете понять, кто истинный вайшнав, кто чисто преданный. Только Кришна знает это. Поэтому очень важно быть искренним. И Гурудев – это олицетворение милости Господа. Гурудев сказал, что когда Друва Махарадж совершал очень сильный баджу, что сделал Нараяна? Он не сам пришел к нему. Он сначала послал Нараду, чтобы Нарада сначала проверил ученика, а потом уже дал ему мантры. Поэтому Гурудев всегда говорит, что если вы встречаете чистого преданного, 100% гарантия – это милость Кришны. Будьте уверены, Господь о всех о вас заботится, Он вас любит, помнит, послал чистого преданного к вам. Так что все у вас в жизни будет хорошо. И Махапрабху, только услышав этот стих, сказал, что он наконец-то доволен. Он наконец-то стал доволен. Потому что Харикатха – это очень важно. Если мы не слушаем Харикатху, если у нас нет вкуса к Харикатху, все вообще бесполезно. Дальше Рамананда произнес две шлоки, где он объяснил путь регулируемого преданного служения. Когда мы следуем, потому что разумом понимаем, что это нужно. Иначе я пойду в ад. Мне надоело страдать. Я не хочу вставать в 4 утра, но это надо, хотя бы пытаться надо. Когда мы делаем через силу, когда у нас нет особого желания, следуя правилам, предписаниям. И он объяснил, и также Гурудев сказал, что есть спонтанное преданное служение, когда мы хотим служить. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что Кришна, он очень милостив. Ему не нужны дорогие подношения. Ему нужна ваша любовь и привязанность. Кришна не кушает ни бананы, ни самджи, ни картошку, ни блины. Он кушает вашу любовь и привязанность. Поэтому, когда вы голодны, вы, допустим, кушаете все. Если вы не голодны, вы не будете кушать. Есть несколько примеров, когда Кришна, допустим, отверг предложенные Дурьодхане 64 блюда и пошел к Видуране. И ел кожурки от бананов. А когда пришел Видура и стал кормить его бананами, Кришна сказал, а вот теперь не так вкусно. А шкурки-то от бананов были вкуснее. Потому что там было больше любви. Гурудев раньше приводил еще примеры с Сабари, с лесной женщиной. Она очень-очень низкого происхождения, с ней даже рядом находиться неблагоприятно. И тем не менее, Господь Рамачандра принимал ягоды, которые она надкусывала. То есть Господь принимал просад своего преданного, а не наоборот. Причем Лакшман брезговал. Она давала ему ягоды, и он выкидывал. А Господь Рама с удовольствием кушал, потому что это была ее любовь. Она зачем надкусывала? Она хотела его проверить. А это сладкая ягода или кислая? Как я могу дать Господу кислую ягоду? Я хочу дать ему сладкое. Вот он сначала пробовал из любви, а потом давала Господу. Гурудев раньше объяснял, что когда мы оцениваем действия кого-то, действия преданных и действия Господа, мы смотрим на то, какие намерения у преданного. Если он хочет преданный удовлетворить Господа, то это хорошо. Допустим, мама еще дозаботится о Кришне, бьет его, наказывает, Кришна плачет. Но мама еще до права, у нее есть, потому что бхакти, она делает это из любви. Она думает, если я сыночка не воспитаю, что из него вырастет? Поэтому неправильно думать, что, допустим, у мамы еще да нет бхакти. То есть для Кришны самое главное – это наша любовь и привязанность. Ему можно предлагать абсолютно простые вещи. Допустим, листок. То есть говорится, что Ридарани предложила либо шкурки от бананов, либо листок она предложила шлак. Можно предлагать цветок, как слон Гаджендра. Кстати, очень хороший пример показывает, что не так много времени нужно, чтобы предаться Господу. Гаджендра просто в момент опасности, когда слон его укусил, он сорвал цветок лотоса, предложил Господу. Пару минут. Сразу обрел высшее благо. Поэтому не нужно... Ну, простите, нудеть постоянно, я не могу предаться Господу. Нужно желание. Попробуйте хотя бы, даже у слона получилось. У вас тоже должно получиться. Вы же более продвинутые. Пхалам.
Кришне можно предлагать фрукты. Допустим, как продавщица фруктов это сделала. Ну или как Сабари, который я упоминала. Также можно предлагать ему воду. Прохлада Махарадж, Прохлада Чаритри в своем учении своим одноклассникам говорит, что именно поэтому так выгодно служить Кришне. Потому что Кришна, даже если вы сделаете что-то незначительное для него, допустим, перевяжете ему пальчи, как в Друпаде, или как Субала подаете дешевый рис, Субале что потом дал? Зубами. Он дал ему роскошный дворец и красавицу жену. Субаму, причем даже жену не признал сначала. Какой-то дворец, выходит красивая девушка, проводит ему арти, ты кто такая? Я твоя жена. То есть, причем он не просил ничего, Кришна сам автоматом дал. И это тоже нам урок. Мы должны стремиться делать бескорыстно. Не потому что мы хотим бхакти, или мы хотим, чтобы Кришна нам что-то дал. Мы просто должны делать это ради счастья Гурудева, ради счастья Кришны. И тогда Кришна все нам даст. И Прохлада Махараджа говорит, что даже если вы служите обычным людям всю свою жизнь, такое часто бывает. Допустим, мы семейный пар прожили 20 лет, там 30, потом что-то надоело, что-то случилось. Женщина уже не такая красивая, мужчина не столько зарабатывает, у соседа лучше. Какие-то небольшие проблемы, неурядицы, какие-то сложности, и все. Забывается все хорошее, что вы делали. Я сама помню, когда я с мужем расставалась, у меня тоже было. Он забыл все хорошее, что я ему делала. Помню только то, что я от него ухожу. Поэтому важно служить Кришне. Кришна никогда ничего не забывает. И Гурудев говорит, что если вам сейчас... Он раньше это говорил, что если вам сейчас сложно, если у вас трудности, если вы сталкиваетесь с непониманием, с неприятием, не думайте, что Гурудев этого не видит, не думайте, что Кришна этого не видит. Когда вы придете в духовный мир, Кришна обязательно все напомнит вам. Я помню все, через что тебе пришлось пройти. Кришна и Гурудев, они все знают, они все помнят все наши усилия и очень ценят это. И самый быстрый способ обрести Господа в Кали-Юга – петь Его святое имя. Просто пойте, и вы удовлетворите так Господа. Окей, Харе Кришна. Горбранде, Харе Hari Bol. There is Srimad Bhagavat. Bhagavat, they are telling Sadhu, he always doing three things with the Sadhu. One is the Srinanti, Gayanti, Srinanti, and this is the meditation. They are doing three things. So telling necessary when you look to somebody, you try everybody telling Harikatha. Yeah? Everybody telling Harikatha. Bhaktivinoda Thakur telling, Anna katha na kahibe, Anna katha na bolibe, jadi milibe ane. That meaning, when you meet somebody, not talking any mundane talking, you are talking only Hari katha. Anna katha na bolibe, never telling any without Krishna katha anything. So Mahaprabhu telling, jare dekha tare kaha, Krishna upadesh, amar agya hai guru haiya, Tara Aides. Mahaprabhu telling Jare Dekho Tare Kaho. When you meet to somebody, Tare Kaho Krishna Upadesh, meaning Krishna Katha, how many rounds you to chanting, what pastime today you reading, what listen to Harikatha. So Mahaprabhu telling only and also if somebody are Krishna Katha going, you try listening. If nobody telling Harikatha not listening, then what are you doing? You are also chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Bhagavad telling they are sadhu, they are the three qualities of sadhu. Shrimad Bhagavatam говорит, что sadhu is three качества. The first is he is always in Shravan, yes? Yeah, when somewhere Krishna Gatha going, try listening this. Итак, я не запомнил на санскрите слово, но оно означает, что он всегда погружен в шравну, то есть в слушанию Харикатхи Кришны. То есть где бы ни происходило повествование о подвигах Кришны, саду будет там и будет внимательно слушать. Также Гаянти. Гаянти означает, что он поглощен прославлением Кришны. Он не только слушает, но и сам рассказывает о славе Кришны. И третье качество, Махарадж не вспомнил слово на санскрите, но оно означает медитацию. Вот. Таковы три качества саду, по которым можно его узнать. Yeah. So when Mahaprabhu became Vaishnava, before Mahaprabhu, I was so much proud.
when somebody Pandit. Pandit, big Pandit, and when somebody look, big Pandit when look to Mahaprabhu one way, come this way, that turn this one way. Well, you know, Mahaprabhu asking such a question, I cannot give answer. So before Mahaprabhu so much proud, he also defeated this Digvijay Pandit. So everybody afraid to Mahaprabhu. Sometimes Srivas Pandit, he pray, if this person want become Vaishnavas, you know, this person, why? He have so much knowledge. Mahaprabhu, that a big Pandit. And if one time he became Vaishnav, then what happened? You are this Pasandi, you know, who is the criticized to Vaishnav. You can defeat it all Pasandis. But when Mahaprabhu went to Gaya, and he with meet this Gurudev, and take Dikya Mantra from the Gurudev, so when Mahaprabhu returned, now he is not a Pandit, he is not a Premik Niman. Always chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Always Mahaprabhu weeping by Krishna Prem. And when this message came to Srivas Pandit, somebody tell you, know what happened? Well, what happened? Now this Mahaprabhu have no so much proud when returned Gaya. Now he complete Premik Nimai, always chanting this Krishna name, weeping, weeping. Now he become Vaishnavas. Then Srivas Pandit become so happy, you know, so happy. Nimai become Vaishnava now. Then telling Ghost of Bardhatam, he telling one word. Srivas Pandit used this word, Ghost of Bardhatam, meaning our association, now necessary spread our association. When so much devotee association or devotee, then what happening? Oh, our party is a big party now, you know. Everybody want one on party big, nice. So now Vaishnava party is a big party now. Now you can defeat everybody. Now he became very, very happy. That meaning he kept teaching, necessary our party became slowly, slowly increased to our Vaishnava's party. Когда Нимай жил в Надии, он был известен как Нимай Пандит, очень гордый и заносчивый ученый, который бросал вызов каждому. И по этому причине люди боялись его, они знали, что несмотря на всю свою ученость, на все время, которое они посвятили образованию, они не способны сравниться в знании логики и риторики с Нимай Пандитом. Поэтому, когда они видели на своем пути Нимай Пандита, они переходили на другую сторону улицы, лишь бы с ним не встретиться, потому что они знали, что если Нимай бросит вызов, они не смогут ответить. И тогда их репутация великих ученых будет разрушена. Вот, таким был Нимай Пандит до того момента, пока не получил посвящение в Шварапури. Однажды Нимай Пандит отправился в Гаю, чтобы провести поминальные ритуалы по своему умершему отцу. И там он встретился с великим Вайшнавом и Шварапурипадом. И получил от него Харинаму и Дикшу, то есть святое имя и мантры. И это настолько сильно изменило характер Нимай Пандита, что когда он вернулся, больше его никто не звал Нимай Пандитом. Его стали звать Премик Нимай, то есть Нимай, охваченный премой к Богу, любовью к Богу. До этого Шривастакру молился. Он думал, о, как было бы здорово, если бы Кришна превратил Нимай Пандита в Вайшнава. Тогда какую бы силу обрела наше общество, потому что такой великий ученый присоединился к Вайшнавам. Мы бы могли распространить наше общество. Вот. И вдруг ему приносят благоприятную новость. Говорят, Нимай вернулся из Гаи, и он стал премик Нимаем, то есть Нимаем, поглощенным любовью к Кришне. Он так радовал, когда Шривастакур услышал, он так обрадовался в свое сердце. Он подумал, ну вот, настало время. Махарадж, what the few words what Шривастакур told? Гошта вардатам. Гошта вардатам. Вардатам означает расширять. Гошт означает семью вайшнавов. Вот. Почему? Потому что когда такой великий когда появляется такой великий вайшнав, он способен распространить славу вайшнавизма. Новые люди придут, семья вайшнавов станет больше. Вот. Потому что когда группа маленькая, их положение в обществе шаткое, их права ущемлены. Но когда семья вырастает, становится большой, когда вайшнавов много, кто посмеет бросить вызов, кто посмеет ущемить их права? И это благоприятно, поэтому Шривастакур, когда услышал, что Нимай Пандит стал премик Нимай, он так обрадовался. So you are everybody also trying how our association becomes slowly, slowly, gradually spread, you know, necessary. Mahaprabhu, you know, this way Srivas Pandit are teaching and Mahaprabhu, everybody there gave teaching, necessary, you are everybody try how our association becomes slowly spread. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас, постарайтесь распространить славу Бхакти, распространить славу Чаривтак,
чтобы ваша семья, наша семья увеличилась, вардата, чтобы нас становилось больше. Хорошо. So now question, how this our spiritual becomes spread, and we are telling Harikatha. Как распространить славу, как увеличить семью Гауранги Махапрабху, Гору Паривар? На этом надо рассказывать Харикатху. Хорошо. So Mahaprabhu, Gurudev, you know, Gurudev, always Gurudev is telling. Yeah. Gurudev, when somebody coming parikrama, so Gurudev always telling, when you coming next time, you are bring minimum 10 person you try bring. Always Gurudev tell this thing, Then when you bring 10 person, when telling Harikatha, somebody telling Harikatha, then you can bring to somebody. And when telling Harikatha, then what happening? There is a big Krishna consciousness, you know. Very difficult to think about Krishna, but we are telling Harikatha to somebody, easily we are thinking Krishna. When thinking Krishna, then you can tell the Krishna. So this is the desire of Gurudev also. Наш Шрила Гурудев просил каждую картику парикраму во Вриндаване, он просил своих учеников, пожалуйста, в следующий раз, когда вы приедете сюда, привезите с собой 10 новых людей. Как же, откуда эти люди возьмутся? Только тогда, когда они появятся, новые люди, только тогда, когда вы будете пересказывать Харикатху, которую вы услышали. Когда вы рассказываете Харикатху, так легко помнить Кришну. Так, в обычном случае, ум будет мешать. Вы будете повторять джапу, святое имя, а ум будет убегать далеко-далеко от Кришны. Но если у вас появятся новые люди, которые будут задавать вам вопросы, вы будете пересказывать Харикатху, которую слышали, в момент повторения святого имени, вы, естественно, будете думать о Кришне. Так, станете сознающими Кришну. Хорошо. So, Prabhupada, no? Prabhupada is telling, if only one person, you bring this Krishna consciousness, only one person, then what can you get? So Prabhupada is telling, if somebody, million, billion, opening hospital, school, college, you know, they got fruit, then more than million, billion got fruit, if only one person brings the Krishna consciousness. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада рассказывал, объяснял своим ученикам о том, какое благо получает человек, если он приведет к сознанию Кришны хотя бы одну дживу. Хотя бы одну дживу побудит задавать вопросы о Кришне и думать о Кришне. Что будет? Он говорил, что даже если человек в течение многих-многих жизней будет открывать школы бесплатные, больницы бесплатные, то есть помогать миллионам людей, это ни в какое сравнение не идет с тем благом, которое получит джива, которая привела другую дживу в сознание Кришны. Даже одну дживу более ценно привести к сознанию Кришны, чем помочь, давая бесплатное образование, оказывая бесплатные медицинские услуги населению в течение многих и многих жизней. Yeah. So, always try, you know, who is your close friend and who you know to him, you try always telling Harikatha, Harikatha, always, okay? And when some Vaishnavas coming, and you know, slowly, slowly try bring this jiva to Vaishnavas, you know, and they take the Harinam, Dikha, Mantra, and then slowly, slowly your group also very big group, and they are always help to you, you know, always they are help to you. So, okay. Hare Krishna. Okay. То есть пытайтесь привести новых людей. Таким образом, ваша группа станет большой. И приглашайте их к вайшнавам, когда приезжают вайшнавы, чтобы вайшнавы помогли этим людям. Так ваша группа вырастет. Ом агьяна тимирам дасса агьяна анджана салагая. चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय
ब्रंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रदि देवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे ग्रोच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे फास्ट टाइम अफोर्डिंग माय अनलिमिटेड ओबेडियंस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर मिथिला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज आफ्टर सेम ओबेडियंस अपॉर्डिंग माय शिक्षा गुरुदेव मिथिला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रीमद भक्ति विदान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अल वैष्णव एंड अल वैष्णव прежде всего я склоняюсь бесчисленное количество раз к лотосным стопам своего духовного учителя Нитилила Правишна Вишну Пада Стутара Шата Шри Шримад Бхакти Шри Руп Сиданти Гасай Махараджа. Также я кланяюсь лотосным стопам своего Шикши Гуру Нитилила Правишна Вишну Пада Стутара Шата Шри Шримад Бхакти Данта Нараяна Гасай Махараджа. И я кланяюсь бесчисленное количество раз всем вайшнавам и вайшнаве. Hare Krishna. So yesterday, you know, we are finishing our class when Rai Raman the telling two kind of bhakti. One is the Vaidhi Bhakti and one is the Rag Bhakti. Yeah? And when telling this Rag Bhakti, then Mahaprabhu telling, oh, this is okay. You know, Mahaprabhu telling, this is very nice. You know, very nice. Now, then you can tell something anymore. Then Rai Ramananda now explaining what is the glory of Sakhyaras. Yeah? The glory of Sakhyaras is telling Jannam Shruti Matrena. पुमान भवति निर्मलः तस्य दास अपदनाम किम अवशिष्यते ही टेलिंग ग्लोरी ऑफ हु इज द डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा नाउ टेलिंग जन्नाम सुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल ही टेलिंग व्हेन ओनली लिसनिंग वन टाइम नेम ऑफ लॉर्ड यू नो व्हेन लिसनिंग नेम ऑफ लॉर्ड देन व्हाट हैपेंस पुमान भवति निर्मलम देन दिस ह्यूमन बीइंग बिकम very pure, you know. Only one time hearing this name, so telling Madhuram, Madhuram, Metat, Mangalang, Mangalanam, Sakala, Nigama, Balhi, Satpal, Chit, Swarupam, Sakri, Dapi, Parigitam, Sradaya, Haleba, Bhriguvaranar, Matra, Taret, Krishna. You know this look? Yeah. Lord's name is the sweet, more than sweet and sweetness. And His name is the more than auspicious to auspiciousness. You know, if Sakrit, only one time, yeah, Sraddhaya Helayava, you know, Sraddha Hela, anyhow, yeah, if one time somebody listening to Lord's name, then what happening, this human being became liberated, you know. So, very glory of Lord's name. So, you like this Lord, who is the Krishna, He is the Supreme Personality of Godhead, He is the Ishwara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadi Radhi Govinda Sarva Karana Karana Hui Krishna. And if he is somebody servant, Krishna servant, he is so much glory, you know, so much glory. So Chaitanya Bhagavat telling, Alpa Bhagya Dasanai Karen Bhagavan. If you are little Bhagya meaning sight, your pious activity, Krishna never accept you. When you have some special pious activities, then Krishna, you know, accept dasa hena namani alpa bhagyavan. Alpa bhagya dasa nai karena bhagavan. No, age hai mukti, first you are mukti, then sarvabandha nas, all kind of boundaries you are finishing. Then you are become somebody Krishna's das. Yeah, das is not ordinary, this is the word, you know, this is not ordinary. Even Brahma, Sambhu, Amarpati, Ganeshar, Chitapada. Who is lotus feet, Brahma, Sankar, Narad, Indra, Chandra, and Lakshmi, always his lotus feet is the message, always keep this lip. So he is the not ordinary person. And if somebody is Das, he is also not ordinary person. He is very glory of Das. Yeah, Das also Das and Das more glory. Вчера
мы подошли к тому моменту, когда Рай Рамананд начал объяснять Махапрабху о двух видах бхакти. Вайди бхакти, то есть преданное служение, регулируемое священными текстами, и Рагануга бхакти, то есть тот бхакти, который следует по стопам вечных спутников Кришны во Враджи. Спонтанное преданное служение. И теперь он приступает к описанию славы служения Кришны в настроении друга. Но прежде чем он опишет это настроение, дружеское настроение, его надо же с чем-то сравнить, он начинает описывать Дасья Расу, кто такие слуги Кришны. И он приводит, привел шлоку, в которой прославляется произношение святого имени. Оно, сама сладость святое имя, сама сладость, суть всей сладости, и оно мангалам, оно дарует благо каждому, кто его произносит. Даже если человек лишь с небольшой верой произнесет святое имя, Шрадхая, с верой, он обретает освобождение, его жизнь человеческая обретает успех, она становится целостной. Вот. И когда человек достигает освобождения, тогда он становится способен стать дасом, слугой Господа. То есть положение слуги Господа – это не нечто такое распространенное и легко доступное. Это очень редкое положение, редко достижимое положение – стать слугой Кришны. Вот. Сначала человек должен обрести освобождение, как вот об этом говорилось в шлоке, при произнесении святого имени. И тогда однажды этого человека могут избрать, Господь может его избрать своим слугой. И также славно положение слуги, слуги Господа, даже более славно, Махарадж это подчеркнул, даже более славно. То есть служить Господу, но служить слуге Господа еще более славно. Yeah. So you're telling Brahma, Sambhu, Amarupati, Ganesha. Да. Он произнес стих, где говорится, что бессмертные боги, такие как Господь Шива, Брама, Ганеш, они служат стопам того, кто стал слугой Кришны. Они массируют его стопы. Почему? Потому что Кришна, Ишвара Парама Кришна, Сачитананда Виграха, среди всех повелителей, среди тех самых могущественных личностей Вселенной, он Парама, он самый высший. Well, no need to go to Savar, Tirtha, holy places. Well, why? Well, always lad, he that resides in the heart of a devotee. Mm-hmm. Always. And heart, when it's the heart of a devotee, you know, darsane pavitra kar ehi tumar gun. When you are take the Savar in Ganges, somebody, then you are become purified. But when only take darsan of a Vaisnava, then you are become purified. Well, why this heart always resides in the lad? So, when lad telling, always this all, why some Vaishnavas sometimes go to Tirtha? Why? So they are going, some always, or India some sinful activity person, they are know, when you go to some Tirtha and take shower, then our all sinful activities will be finishing. That time this Ganges take the all kind of sinful activities. Now this Ganges become impure now. So much dirty now. Why? Always sinful activities for going and take shower. Then when somebody going take shower, she cannot accept. Why? She have already dirty. Then Vaishnava is such a powerful. Well, only some Vaishnava's lotus feet only touch this Ganges. Then this Vaishnava, that all sinful activities, you know, accept. Then he become pure. Tirtha kurbanti tirthani. Again he gave pure to this Tirtha. So why some Vaishnava going there? So they are want pure to this Ganges, some holy river. So they are want to go. They are not. They are always pure. Why? Their heart always reside the Lord. Not Vaishnavas no need to go. So they are go doing pure. Why this lotus feet? Tirtha pada. All Tirtha is the state. This lotus feet of Vaishnavas. Кто такой Вайшнав? Тиртха пада. Тот, у чьих пада, у чьих стоп находятся все тиртхи, все священные места. В Индии традиционно люди посещают тиртхи, то есть святые места. Почему? Потому что это место, где можно освободиться от последствий грехов. Человек что-то совершил в свое время, теперь сожалеет и хочет избавиться от последствий того, что он совершил. В таком случае он отправляется в тиртху, совершает паломничество, совершает омовение в таких святых водах, как Ганга.
Вот. Но что происходит, если очень много людей греховных приходят в святое место, чтобы освободиться от грехов? Они оскверняют эти места, они заполняют их своими грехами. И тогда эти святые места больше не могут очищать. И Ганга очищает каждого, кто приходит к ее водам, кто совершает омовение. Но однажды Ганга может быть переполнена грехами, и тогда все. Что ж тогда, что ж тогда делать? В молитве Наратам Такур, в своей молитве «Эй, Баро, Каруна, Кора», он поет, что прикосновение к Ганге очищает. Но сколько нужно жизни, чтобы очиститься за все предыдущие жизни грехов, чтобы очиститься? Просто омовение в Ганге. Но, о Вайшнав Такур, просто созерцая тебя, наши сердца немедленно очищаются. Такой Вайшнав настолько могущественный, что ему стоит коснуться лишь вод Ганги, как все те грехи, которые люди оставили в своей Ганге, все это нейтрализуется, и она вновь обретает свою чистоту и силу. Вот почему шастры прославляют Вайшнава и говорят о нем как Тиртхапада, тот, у стоп которого находятся все святые места Тиртхи. So, Нартам Дас Тхакур, you know, he writing one Kirtan, Thakurabai, then, you know, this Kirtan, Thakura Vaishnava Pada Abaniraso Sampada Sona Bhai Hayaeka Mana Tirtha Jal Pavitra Gone Likhi Ache Purane Sesaba Bhakti Ra Prabha Chana Vaishnava charana jal prema bhakti dite bal aar ke hana hai bala banta. You know this kirtan, they're explaining, you know, you can telling what telling this glory. All read. Yeah, yeah, read. This is the glory of Vaishnava. All kirtan read. Yeah, yeah. Итак, эта песня называется Такура Вайшнавапада, Шрила Нартам Дас Такура из его песенника Прардхана. Лотосные стопы вайшнавов, величайшее богатство этого мира. О, братья, слушайте внимательно. Кришна никогда не оставляет того, кто совершает баджан, то есть служение Господу, под руководством вайшнавов. Без предания себя стопам вайшнавов и жизнь, и смерть не имеют смысла. Вода, которой омывали стопы вайшнава, обладает могуществом даровать према-бхакти, то есть служение, пронизанное любовью к Кришне. А пыль с его лотосных стоп – единственное достойное украшение на голове в смертный час. В Пуранах и других писаниях, посвященных бхакти, воспета великая очищающая сила воды святого места. Однако вода с лотосных стоп чистого преданного еще могущественней, ибо она исполняет все желания. Слушая Кришна-катху, то есть повествование о Кришне, в обществе вайшнавов можно ощутить всевозрастающее блаженство. Несчастный Наратама Дас, утратив всякое самообладание, горестно плачет. Мое сердце разбито, потому что я лишился общения с бхактами Шри Кришны. Yeah, so, you know, this slok, you know, when they are Rai Ramananda, he quotation from where? He quotation from to Srimad Bhagavat. And who is the telling this glory of this slok? Himself Durvasa Rishi. And who is the Durvasa? He is the expansion of Shankar, you know. He is the incarnation of Shankar. Shankar is Durvasa Rishi. So, you know, this past time when once how Durvasa came to house of Ambarish Maharaj, how Ambarish Maharaj invited to him, or today the Dwadasi, I paid some Vaishnavas, then opening my breath, how he, you know, if there is no this story. And when Durvasa, you know, when he too so much late, then he order of this Brahman take little bit charanamrita. When Durvasa understand that time he want killed this, you know, killed the Ambarish Maharaj, but he the complete saranagati to Lord, and he, you know, he saranagati to Lord. That time Sudarsana Chakra manifested, killed this Kritya demon, and this chakra he followed Durvasa Rishi. Yeah, now Durvasa go to Brahma. After go to Shankar, Shankar also not safe, Brahma also not safe. Then Shankar tell you can go to which chakra you can go to there. Then he will go to Narayana. Then Narayana he doing glory of Vaishnavas, you know. Which verse was spoken by Rai Ramananda? Yeah, this is the Jarnama Surti Matra Napumana Bhavati Nirmal, this slok. Durvasa he rejecting this slok.
till when he desired things slok, when, you know, when understood after all this. Yeah, after all this said, when Lord himself doing glory of Vaishnavas, himself he telling glory of my Vaishnavas. You know this slok, sadhav hridayam ujjam, sadhu nam hridayam tuham. You know this slok, sadhu is the my heart, my heart is the sadhus. Mm-hmm. And they are completely for me, you know, they are all, everything reject, family, husband, wife, they are everything left for me, you know. This is Vaishnavas. So completely, aham bhakta paradhina, I am completely controlled by these devotees. You know, by my devotees. So I cannot save you. Then you can go to Ambarisha Maharaj. When you go to Ambarisha Maharaj, Ambarisha Maharaj, he prayed to Sudarshan Chakra, Sudarshan Chakra. Oh, this you can forgive to Durvasa Rishi, this all offense. And he himself asking to Durvasa, I forgive my offense. Durvasa, he became so surprised. I am doing offense to his lotus feet. I want to forgive, but he won't forgive me. Then he telling this slok, oh, how this Lord's devotee, you know, how they are so much glories, devotees, glories. Then he tell this slok. Рай Рамананда, продолжая прославлять положение слуги Господа, то есть славу Вайшнава, он произнес шлоку, вот, которую Махарадж цитировал. И эта шлока, откуда она появилась? Откуда взял ее Рай Рамананда? Она упоминается в Шримад Бхагаватам. Однажды Дурваса Риши навестил великого преданного Кришны Амбариши Махараджа. Амбариш Махарадж соблюдал врату, то есть особый обет. Он строго следовал каждому Экадыше и каждому Махадвадыше. И год прошел в таком строгом посте исследования обету. И в этот момент появляется Дурваса Риши утром, в тот момент, когда нужно было прервать пост, который длился год. Год лилась врата, обед. Вот. И Дурваса Риши уходит из дома под Амбариши под предлогом совершить омовение. И специально задерживается, чтобы испытать веру Амбариши Махараджа. Специально, зная, что он задержится, он специально задерживался. А Амбариш Махарадж думал, как же так? Я потеряю результат бхакти целого года, я не могу это. Конечно, по законам гостеприимства я не имею права ничего принимать, пока не угощу гостя. Но, с другой стороны, я потеряю результат бхакти. Я не могу с этого допустить. Поэтому он посоветовался со своими министрами. И они сказали, чаринамрита Господа, вода, она одновременно и прерывает пост, и не прерывает. Она является пищей в каком-то смысле, с другой стороны, нет. Поэтому, если ты возьмешь немного чаринамриты, прервешь свой пост, сохранишь результат своего преданности Господу, а с другой стороны, не нарушишь законы гостеприимства. Ты ничего не ел. Попить немножко воды – это не есть. Вот. Но когда он это сделал, тут же немедленно Дурваса Риши, который является трикалагья, знающим все в прошлом, настоящем и будущем, тут же понял, что произошло. Он понял, что что Амбариш прервал пост. И он разгневался, он захотел убить Амбариша Махараджа. Он вызвал создание огненного демона Критью, чтобы убить Амбариша. Но такие вайшнавы, как Амбариши, находятся под защитой Сударшана чакры Господа. Тут же она появилась, сияющий диск Господа, чтобы защитить Амбариши Махараджи. Этот диск убил Критью, это творение огненное, демоническое, и начал преследовать Дурваса Ришу. Дурваса Риша убегал по всей вселенной, где он только не искал защиту. Он пытался найти защиту у Творца Вселенной, Господа Брама, но когда Брама узнал, что его преследует чакра, он сказал, уходи, уходи. Я не хочу, чтобы чакра сожгла и мою обитель вместе с тобой. Убегай отсюда быстрее, я не могу тебя защитить от чакры Господа. И тогда он побежал к своему источнику, к Шиве, потому что кто такой Дурваса? Дурваса – это экспансия Шивы. Потом он побежал к Шиве. О, Шива, пожалуйста, защити меня, меня преследует чакра. Тебя преследует чакра? Уходи немедленно. Я не хочу погибнуть в своей обители из-за чакры. Из-за тебя. Я не смогу тебя защитить. И тогда Дурваса направил свои стопы к Нараяне, к Верховному Господу Нараяне, тому, кому принадлежит чакра. Он понадеялся, что если она ему принадлежит, то он остановит чакру. Он сказал, ты же Гобрамани Девая, как там? Намо Брамани Девая, Гобрамани Хитая Чад, Джагат Хитая Кришная, Говиндая Намонама. Ты же защитник браманов и коров. Ты тот, кто им покровительствует. Ты должен меня защитить. Но Господь сказал, нет. Я не способен. Разве ты не знаешь, что я живу в сердцах вайшнавов, а вайшнавы живут в сердцах в моем сердце. Они меня полностью покорили своей любовью, поэтому теперь я сам себе не принадлежу. Я собственность вайшнавов. Я ничего не могу сделать. Если ты разгневал чакру,
Оскорбив вайшнава, я тебя не смогу защитить от чакры. Потому что моя чакра, как и я сам, принадлежу вайшнавам. Вот, она их защищает самостоятельно. Поэтому все, что ты можешь сделать, ты должен пойти и попросить прощения у вайшнава, которого ты оскорбил. И Нараян произнес несколько стихов, прославляя положение вайшнава, своего слуги. И когда Дурваса Риши, выслушав славу вайшнава и поняв, он избавился от всех ложных представлений о том, что я великий йоги, я великий Брама Риши, великий Браман и так далее. Ну кто такой Бариш Махарадж? Это просто грехастый семейный человек. Вот. Я более велик. Когда он избавился от всех представлений, поняв, кто такие вайшнавы, он пошел просить прощения. К тому же чакра его продолжала преследовать. И когда он появился перед Амбаришем Махараджи, год прошел. Амбариш Махарадж год еще постился, пока, как называется, ожидая Дурваса Риши. Он раскаивался, что так получилось из-за него, что великий мудрец страдает теперь, бегая от чакры. Вот. И когда он появился, Амбариш Махарадж сам хотел попросить прощения у Дурваса. И когда Дурваса услышал его просьбу о прощении, он был удивлен. Я пришел просить прощения у Амбариши. Это я его оскорбил, это я ему доставил столько беспокойств. Я создал того демона огненного, чтобы убить Амбариша Махараджа. А он у меня просит прощения. И вот тогда его сердце переполнилось пониманием славы вайшнава. И он произнес тот стих, который Махарадж процитировал о славе вайшнава. Yeah. So Vaishnava Thakur ki jai. Yeah. So then he when saw the glories of Vaishnavas, you know, tell this, then this slok. And this is the, you know, there are nine limbs of bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Samaranam, Archanam, Vandanam, Dasya, Sakya, Atma, Nivedanam. There are nine limbs of bhakti. And this Dasya Ras, you know, it belongs to Dasya. Who is the Dasya Ras devotee? He is the Hanuman. Yeah. Hanuman is the Dasya Ras devotee. He is the Lord Ram. He is the very great devotee of Lord Ram. You know. And he is the always, you know, when Ram want to need go somewhere, then Ram Lakshman sit down this arm and he fly away the sky. And when Ram Lakshman sit down, then take this tail, you know, tail, make like this umbrella, you know, make this umbrella. And always, you know, always he doing so much help to Ram and Lakshman, always do service for Ram and Lakshman. And Gurudev telling very nice, nice pastime. When Mother Sita came from Lanka, now Sita, now she is so much pleased to Hanuman, you know, if Hanuman not here, very difficult I came from to Lanka, so he doing so much help to me, necessary I can give something to him. Then Mother Sita, he gave very nice necklace, you know, very expensive necklace. Then Sita, she gave to Hanuman. Mm-hmm. And when Hanuman, now Hanuman take one moti, you know, one their pulse, and is it broken and look like this and throw, broken. Then Mother Sita become so angry. I am gave such a very, you know, high class necklace, my own necklace, and this is the broken and this is the pulse and throw. Well, why you are throw? Why bite and throw? Well, Hanuman telling, you know, I look there, if they are not any form of my Lord, when Ram Sita not any form, you know, no any Ram Sita's any what telling. Murti, then I cannot accept this thing. So I am throwing, looking not there. Ram Sita, you know, dirty, then not there. Then Mother Sita telling, oh, if like this, your body have Ram Sita, then you can, your body also throw. Why keep your body? Then Hanuman telling, oh, Arivant Sa. Then he, this chest, he, like this, you know. You are telling, your language, you know, they're broken like this. Then Sita, he saw, there, you know, inside the chest, Sita and Ram is present, this heart. Then Mother Sita, oh, you are very great devotee of, you know, there. So he is a very, very, very high class devotee of. Примером настоящего слуги Господа является Хануман. И есть одна история, которая показывает, насколько сильно развит дух служения Ханумана. Иногда, когда Лакшман с Рамой путешествовали, Хануман помогал, он садил их обоих все на плечи, прыгал, и они быстро перемещались в другое место. Он их на себе носил. Если надо было, чтобы Рама сел со всеми удобствами, Хануман его садил и делал из своего хвоста зонтик над ним.
над Рамой и Лакшмином. Вот. Так настолько сильно была жажда служить. Однажды, когда уже война с Раваной закончилась на Ланке, и все вернулись в Айодхью, и Рамачандра, и Лакшмана, и Сита, и Хануман, Сита решил отблагодарить Ханумана за его услугу, за то, как он помог встретиться с Ситой и Раме. Вот, за то, что он перепрыгнул океан и нашел там на Ланке Ситу и устроил все необходимое, чтобы они встретились. И она взяла, сняла с себя жерелье, которое она получила во время свадьбы от Рамы, и подарила Хануману с великой благодарностью. Хануман взял это жерелье, он взял, начал отрывать бусинки, раскусывать и смотреть внутрь. И выбрасывать, и так снова и снова. То есть он эти жемчужинки все раскусил, и разломал, и разбросал. Сита удивилась. Хануман, что ты делаешь? Это же ценная вещь, я тебе подарил нечто очень ценное. Ты так с этим обошелся. Хануман сказал, ну какая польза от этой вещи? Там внутри нету вас с Рамой. Я смотрел каждую бусинку внутри, там нету ни тебя, ни Рамы. Я не вижу ваших мурти, ваших образов. Но в твоем теле разве есть наши образы? Тогда, может быть, ты и свое тело разорвешь и выкинешь? Хануман сказал, вы сомневаетесь, что вы у меня внутри? Я вам покажу. Тогда он разорвал свою грудь и показал, что внутри у него, на троне его сердца восседает Сита и Рама. Yeah, then Lord, you put that. And you know, when he came from to Lanka, then Ram also, you know, everybody tell, okay, Sugriv, now you return your country. You look your country. Telling of Bhishan, you can return your country, you can look your country. Why everybody came with Ram? And after Ram with Abhishek, you know, became king, then everybody Ramchandra. And Jamban telling you can go to your house. Everybody is sent, but only one person he did not send. Well, who? Only Hanuman. Well, why? Why did not send Hanuman anywhere? Well, why? Only Hanuman, he never do marriage. He have no wife. He have no children. He have no kingdom. Nothing. If it's something only Ram, you know, his life, soul only Ram, he, without Ram, he don't know anything, completely surrendered to Bhakti to Lord Ram, you know. So only Ram, he only accept Hanuman, keep with him, and he sent to everybody sent. Like the Sarvadharman Parityajya Mam Ekam Saranam Braj. Hanuman is the left for all religion, everything, only one point that he Saranagati to Ram. Когда битва закончилась на Ланке и все собрались в Айодхе, Рама прошел через церемонию Абишеки, царской Абишеки, чтобы принять положение царя. Есть такой ритуал омовения будущего царя, во время которого исходит божественная милость, и человек обретает необходимые качества, чтобы быть царем, и заодно признается всеми царем. После этой церемонии Рама решил отблагодарить всех тех ванаров, которые помогали ему в поисках Ситы. То есть Сугриву, Джамбавана, Вибишна. Он давал им подарки, отправлял их домой. Он говорил, Сугрив, ты должен вернуться к себе царство. Ведь ты царь, на тебе ответственность за все царство. Подданные ждут тебя, иди позаботься о них. То есть он под каким-то так или иначе предлогом всех отправлял по домам. Вибишна. Ты тоже царь, Ланка ждет тебя, ты должен править ей, иначе там будет беспорядок. Возвращайся, пожалуйста. Отправил Вибишину. А потом он позвал Джамбавана. Джамбаван, твои детки дома ждут тебя, жена ждет. Давай домой. Кого он не отправил? Он не отправил только Ханумана. Почему? Хануман был бармачари, у него ничего не было, кроме лотосный стоп Бхагавана Рамачандры. Все, что у него было, это лишь служение. Его некуда было отправить. У бармачари нет дома, кроме лотосный стоп своего господина. Yeah. So Sarvadharman Parityajya Mam Ekam Saranam Braj. Only one point that he surrendered to Lord, you know, so he did not left. And you know, one apparent time Mother Sita, she doing Sringar, you know. When Sringar, you know this past time. One Hanuman he'll enter this house. Why? Hanuman thinking Mother Sita is my mother. I am his first son. I am his first son of mother. Yeah, this is the Sita. So he easily can enter and this is Hanuman looking like this. Then Mother Sita, you know, our Indian some culture who is the married ladies, they put some sindur here. Mm-hmm. And put sindur here. Then Mother Hanuman, Mataji, what is this? Why your sindur one line, why one bindu, one sindur?
Oh, telling this is the Suhag. Chinha of Suhag, meaning the chaste lady, who is a chaste lady, if her his husband, you know, stay very long life, and the husband age is the very grow, and his glory go everywhere, and he very staying very nicely. So our Indian culture, this always ladies, you know, put sinduri here. Mm-hmm. So Hanuman will listen to this thing. Then when Mother Yashoda, after Singar, he left this room, then Hanuman take all sindur, you know, mm-hmm. whole body, the, you know, message, whole body put the sindur. And when the Ram assembled their whole, all Ajodhya people when there, then Hanuman go there. And go there, everybody when look the Hanuman, everybody laughing, what is this, oh, this monkey, you can look this monkey, what? Then Ram, he asking, oh Hanuman, why you are put whole body this sindur? Hello, father, I saw Mother Sita only one line and one only Bindu and Sindur. I asked why. He telling my master, you know, Ram, his glory is going everywhere, he is staying long life, he is staying very nicely. So you are the, my master. If I think Mother Sita little bit put Sindur like this, your glory, I whole body I put this Sindur, then what happened? My Prabhu's glory going all world. He long life, you know. He is very nice, so I put. So Hanuman, for lords, he did not looking how you look like, you know. You are always look like mirror, how you can look like. Put this, you know, so many decoration, mm-hmm. look like very beautiful. But the Ram Seva, he not look, he did not some how I look like beautiful, whole mm-hmm. but this made this is Sindhu. Итак, поведение Ханумана в отношении служения Господу. Он олицетворяется поведением Шлоку из Бхагавад-гиты Сарва Дарман Паритьяджа, то есть он все оставил ради служения Господу. Однажды Хануман зашел в комнату, в личные покои Сити Деви. Он относился к Сити как к своей матери, а Рамачандре как к своему отцу. И он считал себя первым сыном Ситы. И он, поэтому он имел право, он считал, что имел право идти, зайти в личные покои Ситы. Он зашел и увидел, как Сита наносит на свой пробор синдур, то есть красный порошок. Отмечает пробор, ставит здесь точку. Он сказал: «О, мама, а что это вы делаете? Что это такое? Зачем это нужно?» Он сказал: «Сынок, это нужно для того, чтобы, когда целомудренная женщина так делает, она желает блага своему мужу. Это делается ради блага своему мужу. Когда он так делает, его жизнь будет долгой. Его жизнь будет славной, он прославится». Хануман подумал, и когда Сита ушла из комнаты, Хануман подумал, он взял синдур и вымазал все свое тело с ног до головы. Как раз было какое-то собрание, люди собрались вокруг Рамачандры. И Хануман зашел в это собрание весь красный, весь в порошке синдура с головы до ног. Все начали смеяться, смотрите на эту обезьяну, что она творит вообще? И Рамачандра позвал: «Сынок Хануман, подойди, пожалуйста, что ты сделал, что ты весь в порошке синдуре?» Он говорит: «Отец, ну это, я спросил мамы Ситы, зачем она наносит сюда на пробор этот порошок красный. И она сказала, что это делается ради твоего блага, что ты жил долго. Я тебе желаю самой-самой долгой жизни. Я сказала, что это прославит тебя. Я хочу, чтобы ты прославился повсюду в мире. Поэтому, если ей достаточно, чтобы ты долго жил и прославился, лишь нанести сюда, то я тебе так много этого желаю, что я вымазался весь». Then Ram became so happy. He did not look this own beauty, you know, always how Ram is understanding very nicely, so he always looked like this, always this desire. Обычно люди очень беспокойны своей внешностью, как они выглядят, они смотрятся в зеркало. Но Ханумана волновало лишь то, что будет благом для Рамы. Поэтому он весь вымазался, он даже не думал, будут ли над ним смеяться люди, нет. Важно, что Раме будет лучше. Yeah, so Gurudev telling one more story. You know the story where once Sita, Lakman, Satrughna and Bharat, they are doing one meeting. They have decided, you know, Hanuman always stay with Ram. Always, you know. One moment he never left Ram. Always. The all seva he doing. Always all seva. Then there are four person doing one meeting. You know, he never gave chance to any service to us, you know. Always staying with Ram, always doing all the seva. You are, did not get any service. They are doing meeting, while your mother, you are doing one thing. The inside all seva you can do. Outside all seva, you are three brother, you can do outside all service. And you are kicked to Hanuman. Here. Yeah.
Then there are four persons. Go, well, Hanuman came here. Well, what is this? Well, you can go out of this house. Well, why? Well, you are all service, always doing all service. You did not give chance any service to Lord. So, Mother Sita, this inside seva all she doing. And outside seva, your three brothers always doing. So, you are no need, you can go outside. Then Hanuman telling, Ram seva is my life and soul. Without service, I cannot stay one moment. I cannot keep my life. So, anyhow, you can give only one service to me. Only one service, through this one service, I keep my life and soul. Then they are thinking, what can give service to him? Give such a service, whose service no need to Ram, you know. Then telling our Indian some culture, you know, this is the, oh, you know, are telling to him, then you are doing like this, you know, our Indian some culture. They are, when somebody coming this thing, when somebody is some lazy, but Ram, no lazy, he is the Supreme Person of Godhead. He have no laziness. Well, yes, you can give this service. When Ram became, for telling you, win, then you can you know, do like this, our India. Well, you can do this thing. Now you go out of this house. Now Hanuman go the out of this room. Sit down in the out of this room. Now is Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram. Now he's starting this kirtan, you know. Jai Jai Sita Ram, Jai Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Jai Sita Ram, Jai Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram. But when he started chatting, but Lord is the one, you know, among, he have so many quality, but among the topmost quality is the Bhakta Vatsalya, you know. He the complete control of the love affection to this devotee. Now when he's doing chanting, now Ram, you know, what telling your language? What telling your language? Zivaj. Jivati. Zivaj. Jivaj. So, see the start to this thing. Then, well, what happening, Prabhu Ram? Yeah. Then they are calling some doctor. Well, this is the okay, no problem. But where is the Hanuman? Well, Hanuman is just sit the outside. Now everybody service stuff now. Why Ram is the one peaceful? Then somebody doing service. Now always Ram do this thing. Ram do this thing. Now everybody service stuff now. Well, where is the Hanuman? Well, you are kicked to the Hanuman the out of this gate. You know, out of this gate. Well, oh, so Ram have said this thing. You know, he are kicked out this all service. Now Hanuman doing, you know, Hanuman doing this thing, so Ram controlled by this love affection, so always coming this thing. Then you can all seva return to him. Without your all seva also become stuff. So then again they are, you know, all service give to Hanuman. Well, you can take your all service. Еще одну историю нам Шрила Гурудев рассказывал, как пример того, насколько удивительный севак Хануман, то есть насколько удивительный он слуга. Он был всегда рядом с Рамачандрой. Таким образом, он делал все для Рамы. И Лакшману, Шатругни, Бхарати не доставалось служения. Сити даже не доставалось служения. Он все делал, за всех делал. Они не успевали сориентироваться, а Хануман уже сделал. Вот. И поэтому они решили однажды устроить дворцовый переворот. То есть они договорились, завтра мы все распределим с утра, служение между нами. Сита будет служить Раме во внутренних покоях. За пределами внутренних покоев будем служить мы три брата. Поэтому Хануману здесь больше нет места. Все, свободен. На следующее утро Хануман пришел во дворец, и он хотел попасть в внутренние покои. Его Лакшман встретил, сказал, нет, все, Хануман, для тебя нет служения, мы все распределили. Прежде ты так много служил, ты никогда не думал о нас, ты забирал все служение на себе и не давал возможность служить нам, поэтому мы решили поступить так, мы распределили все служение между собой. Теперь ты свободен, он там снаружи сиди, жди Раму. Вот. Сита будет служить внутри, а мы три брата будем внутри дворца, снаружи покоев служить. Хануман сказал, ну как же так, я не могу жить без служения Раме. Для меня служение Раме, моя жизнь и душа. Я умру, я не могу жить без служения, поэтому дайте хоть какое-то, хоть самое незначительное служение, чтобы я мог жить. Они начали думать, совещаться, какое бы служение ему дать. Потому что уже все распределено. И тогда они придумали одно служение, которое посчитали незначительным. В принципе, Рама в нем не нуждался, в этом служении. Почему? Такое служение оказывают только очень ленивым людям. А служение заключалось в том, что когда Рама будет зевать, нужно щелкать. Такая традиция. Чтобы духи не залетели внутрь. Вот.
Ну, кому может такое служение оказать? Только очень ленивому человеку. Рама не был ленивым, поэтому они подумали, это отговорка, то есть на самом деле нет служения, но хоть что-то надо было сказать. И давай, давай, иди отсюда, здесь тебе нечего делать. Здесь уже все служение распределено. Вот он сидел снаружи и пел Рагупати Рагава Раджарам Патита Павана Сита. Рагупати Рагава Раджарам Патита Павана Сита. Джай Джай Ситарам, Джай Джай Ситарам, Джай Ситарам, Джай Джай Ситарам, Джай Рагупати Рагава Раджарам Патита. И он щелкал, щелкал, щелкал так к тому, как он попел. И что произошло? Поскольку Господь здесь как Бхакта Ватсала, он находится во власти любви своих бхакт, он, Рамачандра, ничего не мог больше сделать. Хануман щелкал, и поэтому Рама зевал, зевал и зевал. И все служение Вардвеса встало. Ни Сита ничего не могла сделать. Ни Лакшман, ни Шатругна, ни Барта, они ничего не могли предложить, потому что можно, например, предложить какое-то угощение, игру или еще что-то, обсудить государственные дела. Ну как можно обсуждать государственные, когда зеваешь, зеваешь? Как можно что-то кушать, когда зеваешь, зеваешь? Потому что все служение встало. Находясь во власти любви и бхакти своего преданного Ханумана с утра и... Он весь день зевал, зевал, и тогда не поняли, что им от Ханумана деваться некуда. Им пришлось вернуть ему служение. Yeah. So this is the, you know, this is the service of Hanuman. He the Dasyaras. And when Rai Raman gave this example, then Mahaprabhu telling, oh nice, this is the Sadhya Sar. He telling essence of this all Sadhya, you know, essence of this Sadhya. Then Mahaprabhu telling, yeah, I want to listen some more than, you know, more than this thing. Telling some, aage kaha aur, then he gave to example to dasya ras, in sakya ras. Yeah, itham satang brahma sukhan bhutya para daivate na bijraho. This slope is the. He telling itham satang brahma sukhan bhutya. Then telling, you know, this sakhas. Doing such a, you know, which kind of peaceful activities they are do, such a peaceful activities, but who is the Krishna? Well, Satang Brahma Sukhanu Bhutya. He is the sannyasi, like this Mayavadi is the sannyasi, Brahmavadi, they are Brahmavadi sannyasi, they are thinking Krishna, that Krishna is the Brahma, you know, is the Brahma, always they are merited this Brahma, complete absorbed this Brahma Sukhanu Bhutya. Itham satam brahma sukhanu bhutya dasyam para daivakena. And all kind of servant of Lord, they are thinking, who is the Krishna? He telling, he is our master. And telling, who is the narabalakena, who is the human being? Oh, they are thinking, Krishna is the one and human being. Who is the completely controlled by this maya? They are thinking, Krishna, oh yeah, he is the narabalakena, meaning he is the one human being. So telling what kind of peaceful activity they are did, you know, who Brahma is telling, aho bhagyam nanda gopa brajokasam janmitra paramanandam purna brahma sanatanam. Telling who is the Krishna, he is the purna, and he is the brahma, and he is the sanatan, you know, purna brahma sanatan is the Krishna. But this brajavasi sakha, what kind of pious activity they are doing? They are doing aho bhagyam, aho bhagyam. They are two times telling aho, meaning very surprised, very, when you are seeing such a very, very surprised thing, they are telling very surprised, very surprised. They are telling aho, aho, two times they are telling aho, aho. They are doing which kind of their pious activity they are do, you know, Jad Brahma Paramananda Purna Brahma Sanatanam, and this Sakha, what they are doing with this Param Brahma, they are playing with Krishna, you know, they are playing, they are thinking Krishna is our friend. Sometimes Sridham telling, how you are the more than me, you are very powerful, very, very superior, how many cows your fathers? Your father's cow in 9 lakh, my father's have 11 lakh cow.
and sometimes when doing some restless with you in fight, sometimes defeated you, you know. Sometimes you are become harsh, I can set your shoulder, you know. So how? So they are telling which kind of they are doing such a possible activities. Krishna, he became his friend, you know. They are thinking they are equal. Sometimes telling not you are equal, you are more than, but layer more than. But why you started from this Brahmavadi? They are telling, telling who is the Krishna. They are Mayavadi, they are thinking he is the Brahma. And somebody, you know. But who is in Dasaras, they think. But yeah, yeah. Далее Рай Рамананда процитировал шлоку, в которой говорится, что великие ученые, мужи, которые изучают веды, медитируют на абсолютную истину, они думают о Кришне как о великом духе, о Парабрамане. Но этот же Парабраман слуги Господа воспринимают как своего господина. Вот. И при этом есть еще и другая категория. Есть особые близкие спутники Кришны, Верховного Господа, которые видят в нем, с одной стороны, обычного человека. Они не видят в нем Верховного Господа, но о них, об этих спутниках Кришны, Бхагаватам говорит «Аго Бхагьям Нанда Гопа Враджау Касам Ньян Митра Параманандам Пурна Брама Санатанам». Тот, кто является Пурна Брама Санатаном, вечным, изначально абсолютно истинным, во всей своей полноте. Пурна, значит, во всей полноте, Брама, абсолютно истина. Он являет свои игры, как обычный ребенок, во дворе пастухов. Насколько же они аго багьям, насколько же они удачливы. Два раза восклицание идет, как они удачливы, как они удачливы. То есть... Есть те, кто воспринимает Кришну как своего господина, но есть те, кто не считает его господином, они считают его обычным человеком, но при этом другие великие мужи, ученые знают, что на самом деле Кришна есть Пурна Брама Санатнам, изначальная, абсолютно истина во всей полноте. И вот эти люди, которые воспринимают Кришну Богом, они так удачливы, сколько благочестий у них, чтобы иметь такие близкие отношения с Кришной. И среди них есть друзья Кришны, такие как Шридам, Субал, Арджуна, Мадумангал. Они думают о Кришне. О, ты нам, ты равный нам. Почему ты так это, нос задираешь? Что ты себе возомнил? Ты как минимум равен нам, а то и даже хуже. Вот Шридам говорит, он спрашивает у Кришны: Кришна, сколько у твоего отца коров? А? 9 лаков, 900 тысяч. А у моего отца 11 лаков, то есть 1 100 000. Так кто из нас круче? Вот. Я сын более богатого человека. Вот. И когда мы с тобой боремся... Регулярно случается, я кладу тебя на лопатки, и ты вынужден становиться моей лошадью, возить меня на своих плечах. Поэтому что ты себе возомнил, Кришна? Вот эта дружеская раса, она настолько необычайная, что Господь полностью покорен любовью своих преданных. Настолько, что Он возит их на своих плечах. Может ли кто-то из этих великих мудрецов об этом подумать? Или может ли кто-то из великих мудрецов... из великих слуг Господ думать о том, чтобы забраться на плечи Кришны. Не, никто из них даже осмелится об этом не думать, но близкие друзья Кришны в таких отношениях, их любовь настолько велика, что это становится возможным. Yeah, so Gurudev one time he told, you know, this is the Ramana Reti. Gokul, where is the Ramana Reti? Ramana Reti, yes. One time Durvasa is there. And Krishna and Sridham, they are each other doing wrestling and fighting, yes, this is the first time. And Sridham, he defeated to Krishna. When Krishna, he lay down. Now Sridham sit the chest of Krishna and telling, oh Krishna, now you are defeated, I am winner. Krishna tell, how you are defeated? I am defeated, you defeated, why? Well, whose nose is the off, you know? Your nose is the down. Our Indian culture, oh, they are doing some deep head, they are telling, once I... And your nose became down, meaning you doing low. Yeah. You know, his nose is high, he's the winner, you know. Well, my nose is the top, your nose is the down, mm-hmm. So you are defeated. Then what happened? Durvasa is there. Then Krishna, he go and sit the left of Durvasa and catch this dadi. Tell you, oh Baba, tell, I am defeated, na he is the defeated. No. Durvasa, he is a Krishna defeated. But how you can tell Krishna defeated? Why? He know Krishna is the supreme personal Godhead. So how you can tell to Krishna he defeated, you know? No, he the, you know, this body is a king. Then Krishna, he little bit laughing. When laughing, then Durvasa is go inside your Krishna mouth and go to the belly of Krishna.
and he and when this when sub belly when in verse they are present in Krishna's belly, now he going here and there, going here there there there, you know, surrounding sorry, after many days, then again he came to this Ramanujati. Mm-hmm. He looked this inside of this belly. Mm-hmm. Again Ramanujati, then Krishna and Sridhama, they're each other doing fight, you know, mm-hmm. wrestling there. And also Sridhama also defeated to Krishna. Mm-hmm. Again he defeated to Krishna. And defeated to Krishna, then Krishna again came and sit the left of Dhruvasa. Well, Baba told who is the defeated, who is the, you know, who is the lose. Then he, you know, told him, what looking I am. Then when Krishna little bit laughing, then again Dhruvasa came out of the, mm-hmm. you know, this mouth. Then Dhruvasa think, what can I say? So like this, so Krishna also, Sridhama also, defeated to Krishna, you know, defeated to Krishna. So they're telling, you know, and when Krishna with this Sakha, always they are going cow grazing, always. When cow grazing, they are doing so many nice pastime they are doing there. Sometime when saw some birds, sky, flying, when this shadow going, they are also make like this. When some frog, you know, he's the jump, their Sakha become like this frog, they are also jump with this. And when some the peacock, they are doing nice dancing, they are also like this peacock, like this pup, they are doing dancing, you know, they are with this, you know, they are telling which kind they are doing paisa activities, Krishna, they are with always playing with Krishna, always playing with Krishna. If sometime Krishna is sleeping in his bed, now he cannot wake up, then all Sakha coming, but Mother Yashoda, where are they, Gopal? Well, now he is sleeping, you don't disturb to him. Now he is sleeping. Now he is, you know, sleeping. Then all Sakhai go and to this bed and jump. Like, Kanha, now you are sleeping now. Look, they are all cow, their cow and cowherd by, they are waiting for you. You know, now wake up, quickly wake up. You know, very quickly to wake up. Then they are wake up to Krishna. Well, quickly, without you, how possible you can go to cow grazing? You know, their job. It's sometimes Krishna sitting bed, then some Sakha came sit down, same bed. Like Krishna, a little bit, you know, a little bit go and, you know, telling, you know, what kind of this such a possible activity. Krishna, they are thinking, is that, you know, they are thinking, oh, Krishna is our friend, and each always they're playing with each together. Еще одна история, показывающая славу друзей Кришны. На что способны друзья Кришны, и как это воспринимают великие мудрецы, такие как Дурваса Риши. Однажды в Раманарете на берегу Ямуны, это место, где находится Кришна Баларам Мандир сейчас, Исконовский. Вот. Дурваса Риши сидел в медитации, и он увидел, как Кришна играет с своими друзьями, а точнее, как Кришна боролся с Шридамом. И Шридама ложил Кришну на лопатки. И сказал, он сел ему на грудь и сказал, «Все, Кришна, я тебя победил». Кришна сказал, «Кто тебе сказал, что ты победил?» Чего ты взял? Гляди! Это я тебя победил. Как это ты меня победил? Ты лежишь на лопатках. Да, но при этом мой нос смотрит вверх, а твой нос смотрит вниз. Знаете, говорят, не вешай нос, да? Человек, который вешает нос, он проигрывает. Твой нос смотрит вниз, а мой вверх, поэтому я выиграл. И они начали спорить. И тогда Кришна заметил, что Дурваса Риши смотрит на все это. Он побежал к нему. Эй, баба-баба, он запрыгнул ему на колени. Вот, схватил его за борт и сказал, «Баба, скажи, подтверди, я победил, ты же все видел, да?» И Дурваса Риши был в ошеломлении, он не знал, что сказать. Он понимал, Кришна – Верховный Господь, Пурна Брама Санатанам. Как может Пурна Брама Санатанам абсолютно истинно врать? Но я вижу, он врет! Его только что Шридам победил! И теперь он требует, чтобы я лжесвидетельствовал, как такое возможно? Что вообще происходит? Он растерялся, и в этот момент... Когда Кришна от него это требовал, в какой-то момент Кришна улыбнулся и вздохом вместе он вдохнул в себя Дурваса Риши. Дурваса Риши оказался в животе Кришны, и он там обнаружил целую вселенную. Он бродил по этой вселенной, пока не оказался снова в Раманарете, то есть в Вриндаване. И он вновь увидел, как Кришна борется с Шридамом, и Шридам побеждает. И он вновь, Кришна, подбегает к Дурвасе и требует доказательств, что на самом деле это он победил. И в этот момент Кришна выдыхает, и Дурваса Риши оказывается снаружи. Он думает, что вообще происходит? Я ничего не понимаю, кто этот ребенок? Вот. Таковы взаимоотношения близких друзей Кришны с Кришной. Very sleeping Krishna, sometimes Sakha coming. Иногда случается такая лила, то есть такая игра. Кришна после ночных подвигов утром не может проснуться. И друзья Кришны приходят, говорят, мама Яшода, где Каная?
Где Гопал? Не, сегодня он с вами не поет. Он еще не проснулся, он еще спит, не беспокойте его. Они разворачиваются, идут в комнату Канае. Кришна запрыгивает на постель. Канае, ты еще спишь? Да как ты можешь спать? Посмотри, телята ждут, коровы ждут, друзья ждут. Мы без тебя ничего не сможем сделать. Ты должен вместе с нами пойти. Давай, Соня, вставай. Вот. Или вы можете себе представить, ваш учитель сидит на асане, а вы говорите, ну подвинься, пожалуйста, мне тоже место надо. Ну вот друзья Кришны могут такое сделать. Они говорят, Кришна, ну что ты расселся на кровати? Ну-ка двигайся, давай, и дай мне место тоже. И садятся вместе с ним на его же кровать. Таковы взаимоотношения друзей Кришны с Кришной. So when they are going to forest, they are playing many, many clients. How peacock do dancing, how proud is И еще, как они играют с Кришной, когда они пасут коров в лесу. Иногда они, у них такая игра. Птица летит по небу, и она отбрасывает тень на землю, и они преследуют эту тень, бегут вслед за ней. Или, например, они подражают движениям животных. Они видят, как лягушка прыгает. Они тоже становятся лягушками и начинают прыгать и полностью имитировать ее движение. Или они начинают имитировать танец павлина. Очень искусно. Так они проводят свое время с Кришной. So they are telling, you know, when they are coming to forest, you know, coming to their forest and sit down one place. And Krishna sitting between, and there are thousand there are sakha, you know. They are surrounding everywhere. And one round, two round, three round. But who is the all sakha there, sir, Krishna, he sit with me. You know, always sit with me. They are everybody feeling like this. And who you think they are bring this house, telling, oh mother, oh Krishna, Kanhaiya, my mother said very good malpua. You know, then Krishna gave to Krishna and eat. Sometimes some sakha, you know, fast they are eat. Well, oh, very good fruit. My mother gave. Then Krishna said, you only eating alone. He did not give me and this remnant. Krishna sent and by force and eat this fruit. You know, so this way Krishna sit down with every. They are doing nice joking. You know, sometimes sakha, some sakha what are doing? They are being pakoda. You know. Like this Brajil pakoda, eggplant pakoda, and this inside eggplant take out and put this neem in neem, you know, this is the neem leaf put inside, telling oh Madhumangal is the Brahman, he is so much greedy, eating for laddu and pakoda. But my mother gave very nice pakoda, he didn't give me, yes, then he gave, now he put this mouth, but there neem, you know, leaf there. Then you're eating so much, you know, so much bitter. Oh, I am Brahman. I am gave curse to you. Then you take this jaleu. You don't know I am Brahman. This we all Krishna sitting with this sakha, always doing this like no joking Krishna doing. Как еще играют друзья Кришны с Кришной? В момент, когда они пасут коров, в какой-то момент они садятся для того, чтобы покушать. У них есть с собой узелки, в которых их мамы положили разные вкусные штучки. И вот они садятся, и кто-то достает, развязывает свой узелок. Причем Кришна садится в центр, а все его друзья кольцами вокруг него. Кольцо за кольцом, кольцо за кольцом. Но при этом у каждого из пастушков, у мальчика, есть четкое ясное ощущение, что Кришна сидит именно со мной. Хотя они все сидят вот кольцами расходящимися от Кришны. Кришна в центре. Но каждый имеет ясное чувство, что Кришна сидит именно со мной. И он развязывает свой узелок, достает какую-нибудь оттуда вкусняшку, говорит, о, Кришна, посмотри, какую вкусную вещь приготовила моя мама, на, попробуй. Или даже он откусывает, пробует, о, говорит, это очень вкусно, надо поделиться с братом Канае, и они дают это Кришне попробовать. Или какие еще у них там происходят шутки. Они знают, что Мадхумангал очень любит вкусно покушать. Он такой полненький браман, и он очень любит шутить. И в то же время он браман, и поэтому у него есть гордость. Я браман, я из высшего сословия. Вот. И они берут какую-нибудь покору, достают оттуда изнутри по овощ. Ну, покора – это овощ в кляре. Вот. Овощ достают, а набивают внутрь ним. Горькие листья нима. Вот. Ну, или одуванчики, если хотите. Вот. И дают, Мадхумангал, ты знаешь... моя мама приготовила такие вкусные покоры. Да, правда? Дай попробовать. Конечно, браманам все, лучшее браманам. Он протягивает это. Мадхумангал откусывает и горечь. И он начинает злиться. Ты что, не знаешь, кто я? Я браман. Где мой браманческий шнур? Я сейчас тебя прокляну, всех прокляну. Yeah, they're looking so.
You know, many that when this Brahmand God, you know, one time this Brahmand God, all Sakha, they are gathering together. Well, oh, today you can doing, what telling your language? The criticize to Krishna, you know, telling, oh, Baladeva Prabhu, if Krishna asking, oh, telling, yes, this, you telling, you are with us, then telling, oh, Krishna, you are not son of Mother and Yashoda. Well, why? Why telling like this, you know, so there's Sakhal one side, then Krishna doing one side, they are looking at, ha 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 ha, they are laughing, you know, shout to Krishna, they are laughing. Then Krishna thinking, why they are one side, and look, they are laughing. Well, what happened, you know, you are not son of Yashoda and Mother. Well, how you are telling? Well, you know, if father and mother, they are white color, then son also became white. And father and mother is black, then son is black. But Nanda Gora, Yashoda Gori, Nanda is the white color, Yashoda is the white color. But how possible you are become black? No? So you are not son of another Yashoda. Then somebody gave birth to you and you know, they throw you. And Nanda Baba, he have no son and he take out from there and he maintain your life only. But actually you are not son of Mother Yashoda. But unless Baladeva Prabhu, you know, in Baladeva Prabhu, unless ask Baladeva Prabhu, Krishna never asking, not accept telling thou, they are telling truth. Well, yeah, they are telling truth. Now Krishna became so, you know, unhappy, so upset. Now he go to Mother Yashoda and weeping, and he rolling the floor. Then Mother Yashoda try to take leave. He cannot come to leave. Well, what happening? Well, I am not your son. What are telling? I understand. All Sakha telling like this, you know. Then I am not son you are. So you are bring somewhere and maintaining my life. Then Mother Yashoda in our India, this heart gave to head and take a bow. No? Mm-hmm. The hand take a bow. No. Bow meaning I am, this is truth. Look, mm-hmm. I take a bow. My hand gave your head. I take a bow. You are my son. But they are always doing joke with you. Why are you listening to this joking? Then when to bow and put the hand, this cow, truth, I am telling the truth, you know, and they bow, then Krishna becomes satisfied. So Gurudev sometimes tells scripture, the why Krishna became black? Why? Because Mother Yashoda also look like black. That Mother Yashoda, he not look like golden color. Mother Yashoda. Before, she's Gauri. Gauri, they are joking, you know. They are joking. Somewhere explain, maybe, you know, Mother... But really, Gurudev, she is not Gauri. No, some scripture they explain, Mother Yashoda look like black. You know? So when black, this mother's color came to Krishna. Okay. Maybe, you know, Shyamarani doing this picture, you saw Mother just Krishna, and Mother Krishna, he tried to bind to the mother, Krishna. Yeah. They are saying this color is the black color. Mm-hmm. Еще одна лила, как могут поступать друзья с Кришной, что невозможно для слуг, это для них немыслимо, но друзья такое могут сделать. Однажды в Брахманда-гати, есть такое место на берегу Ямуны в Гокуле-Махаване, куда Нанда-баба по утрам водил своих сыновей умываться, в Брахманда-гати они все собрались, они решили над Кришной подшутить, и поэтому они втайне от Кришны устроили сговор. Они договорились даже с Баларамой. Ты долго будешь на нашей стороне. Мы хотим подшутить над Кришной. Баларама согласился. Они сели все с одной стороны от Кришны и начали все смеяться над Кришной. Кришна подумал, что это вообще происходит? Почему они все сидят с другой стороны и все смеются надо мной? Что с вами происходит? Почему вы смеетесь надо мной? Ха, да ты посмотри на себя, Кришна. Какого цвета твоего тела? Ты темный, Шьям. А какого цвета твои родители? Твой папа Гоури, Гоура. Он золотистого цвета, то есть светлокожий. Мама тоже светлокожая. Что это говорит? Дети обычно рождаются такими, какие родители. Если родители светлокожие, то и ребенок светлокожий. Если родители темнокожие, то и ребенок темнокожий. Это естественные законы жизни. Посмотри, ты не похож на своих родителей. О чем это говорит? Ты не их сын, а ты приемный сын. Они тебя просто нашли. Ты родился там где-то у кого-то, тебя выкинули. Они нашли и выкормили, так сказать, воспитали. Кришна бы не поверил этому. Он верил Балараме. Поэтому посмотрел Балараму. Баларам, они правду говорят? Да, они правду говорят. Они же с Баларамой договорились. И когда Баларам сказал, что это правда, Кришна начал плакать. Он побежал домой, он был безутешен.
Мама Ишоду в конце концов усадила на колени и сказала: «Кришночка, что, почему ты плачешь? Я не твой сын». Вот. И тогда мама Ишода положила ему свою руку на голову и поклялась: «Я клянусь, ты мой родной сын». То есть она произнесла традиционную клятву. Так обычно говорят только правду. Вот, знаете, как в американском суде кладут руку на Библию и говорят: «Обещаю говорить правду и только правду, ничего кроме правды». Вот. Тоже так. Кладут руку на голову и говорят: «Я говорю правду, ты мой сын». Тогда Кришна успокоился. Но может возникнуть вопрос. Дело в том, что... А, она сказала: «Почему ты всех, ты их слушаешь? Они просто над тобой смеются. Не слушай, это неправда, ты мой сын». Вот. А, но в действительности нужно обратить внимание, что цвет тела Ешоды не Гоури, она не золотистая, не светлокожая, она цвета Шьям тоже. Она, ее цвет тела темноватый. Посмотрите, как Шьямарани изобразил Дамодара Лилу, когда Ешода привязывает Кришну к ступе. Они похожи цветом. Именно по этой причине Кришна такого темного цвета. Он наследовал цвет тела ее мамы, его мамы. Вот. Но они, друзья Кришны, чтобы подшутить, они так сказали. И Кришна даже не понял, что они исказили правду. Он не заметил. Он в конце концов попросил подтверждение Баларамы, и Баларам подтвердил. Вот так ведут себя друзья Кришны. Они могут довести Господа до слез. So when Rai Ramananda tell this thing, now Mahaprabhu became so happy. Then Mahaprabhu telling Uttam, before telling this is a sadhya sar, no, as in now, about dasya. Yeah, until dasya. Now when telling sakiras, then he telling this is the Uttam. Mm-hmm. Now he used this word Uttam meaning best. Best. This is the Uttam. Mm-hmm. You know why telling this is the Uttam? Now before Krishna he is the higher devotee, is the lower. Now there are such a devotees, now Krishna become equal now, you know, completely is controlled by their love and affection. Even is the Brahma, he is the Sanatan, but they are doing such a great thing, now Krishna now become equal. Sometimes they are defeated to Krishna, love and affection Krishna, he defeated himself, you know, and eat this remnant and playing with him. So they are telling Kritta Punna Punja, they are telling which kind of possible activity they did. Now Krishna becomes friend. Now they are Gurudev, they are telling, where they are not doing any pious activities. Why? Who is the Sakha? Their expansion of Baladeva, expansion of Krishna, you know. Their Sakha, their eternal associates of Krishna. Sridham, Vasudham, Madhumangal, their eternal associates of Krishna. They are not a sadhak, you know. They are the sadhak, the eternal, the expansion of Lord Krishna. Thereby punna, pious activities, they did not do the Krishna became Sakha, they are eternal associates. So then he telling this is the Uttam, meaning is the, this bhakti is the very high class of bhakti. Итак, когда Рай Рамананда рассказал про Дасья Расу, про то, каково положение слуги Господа на примере Ханумана, Махапрабху отреагировал и сказал: «О, Садьясар, это суть, это самое лучшее, это самое нужное, Садьясар». Но когда Рерман продолжил, рассказал о дружеских отношениях с Кришной, о служении Кришне как друг, он сказал: «О, Уттам, Уттам, это лучшее из всего, что я слышал, пожалуйста, продолжай». And they are not Punya Punja. Who told this Punya Punja? This log is telling. This slog telling which kind of their pious activity their deed, Krishna became this Sakha. So here Gurudev telling they are not doing pious activity. One shloka is telling. Rai Ramananda telling this, they tell Krita Punya Punja. Why take this such a very pious activities, now they are Sakha. But they are telling Gurudev, no, they are not Punya Punja, they are. Рай Рамананда произнес один стих Крита о положении друзей Кришны. Он сказал: «Крита пунья пунджа», то есть очень много пуни, очень много благочестия, чтобы занять это славное положение друга Кришны. Но наш Шогурда сказал: «Нет, такое положение невозможно получить благочестием». Кто такие друзья Кришны? То есть мальчики-пастушки, это его экспансия, это продолжение его собственного «я», продолжение его тела. Это они экспансии его старшего брата Баларамы. Вот кто они такие. Они его вечные спутники, они всегда находятся в этом положении. Это не садаки,
Это не обусловленные души, которые совершенствовались и достигли этого положения. Они всегда в этом положении. Yeah. And there, Hare Krishna, he saw when I am alone, not Pasula can do play, not any happiness. Himself, Krishna made so many expansions. Почему Кришна становится всеми этими мальчиками? Он рассуждает очень просто. Я хочу быть счастливым, я хочу наслаждаться. Но как я могу наслаждаться и быть счастливым, будучи один? Поэтому он расширяет себя в своих друзей. Он превращается в своих друзей и играет с ними. Окей. Окей, then tomorrow you're listening. Batsal Ras and Singar Ras, okay? Tomorrow you can listen, okay? Завтра мы продолжим эту тему, и мы коснемся Ватсаля Расы, то есть родительских отношений с Кришной, и Шрингара Расы, то есть любовных отношений с Кришной. Yeah, okay. And when we are living? How many? 11. I don't remember, 10. Morning time, 10 a.m. with some flight. 10 a.m.? Yeah, flight. It means we must be at the airport 2 hours before, I think. 10 a.m. Date of 11? 11. On 11. Today is 7. Сегодня какой день? 9. Today, tomorrow is last day of program here. Okay. Complete day tomorrow. Okay. Oh, I also have questions. Yeah. This is a good question. Вопрос? Я не понимаю настроение Хануманы, я не могу понять. Почему он не давал служить другим? Да, мне просто кажется, что служение заключается в том, чтобы служить не только господину, но и его семье, и тем, кто дает ему. Это не эгоизм со стороны Хануманы, я не понимаю. She couldn't understand the mood of Hanuman. She's thinking he is he has ego. Эгоизм, how to say, как на английском эгоизм? Эгоизм. Selfishness, because he is taking all service to him, but why he is not recognize Lakshman, Shatrughna, Bharata, Sita, what very close to serve them, also to serve Rama. Why he is taking all service to him? It seems for me as selfishness. This is not selfishness. This is the like this Bharat, Shatrughna, Sita. They are doing also seva, you know. They are not doing seva. They are only doing seva. But this is the one quality of this bhakti. When bhakti is coming somebody hard, they are always feeling, oh, I am not doing anything. You know, they are doing more and more. Yeah, then more and more. Why? This is the quality of devotees. You know, they are Radharani is doing so much service, but she telling, oh, I am not spread of this prema my heart. This is not meaning. This is not in this any drop of this prema of this heart. This is the humility of devotees. They are always doing seva. Always это настроениях в настроении Ханумана нету эгоизма. Вот нужно правильно понять, что произошло. Дело все в том, что преданный вайшнав такого уровня, как Лакшман, Шатругана, Сита, все они находятся в настроении, я не совершаю никакого служения. И более того, сколько бы они ни служили Раме, их жажда служить не уменьшается, они хотят больше и больше. И по этой причине они думают, ну я ничего не сделал. Вот, поэтому они так размышляли, подумали, нам не хватает служения, Хануман все забирает себе, понимаете, это их настроение, это не факт. Like this, if I tell you, oh, Krishna coming and doing so much service, you know, doing so much service, that. Tell you, oh, I am not doing anything. Even you know, you are completely in my eye. Even you are telling, oh, I am not doing anything. Even doing so much, you know. Таково настроение вайшнава. Он может даже смотреть на младшего по отношению к нему. Например, я могу смотреть, Кришна Камини, он так много служит. Я могу почувствовать, что по сравнению с ней я ничего не делаю. Хотя на самом деле это не так, но настроение такое приходит. Поэтому эти великие слуги Господа Рамачандры, то есть Шатругна, Лакшман, Сита, Бхарат, они так подумали. Yeah. They are doing so many services. I have also questions. Нет, уже один вопрос по поводу последнего момента, когда ты рассказывал, да? По поводу того, что ну, обусловленные души могут быть там сахи, раз, пускушками стать. Это не я, это я повторил просто. Не понял. Вот вопрос. Это ну, действительно так, ну, то, что вот в экспансии, допустим, обусловленная душа не может быть, допустим, сахи. Махарадж, he is asking, it seems like some contradiction, because you told not possible to be Saka for a conditional soul, only who is a personal expansion of Krishna.
who is coming from Baladeva, from Krishna, they become sakas, nitya siddha. But no, what about they're... sadakas who come into this position? Who is slow, he's the residing our Rai Ramananda, for them, like this, Sridham, Madhumangala, Stok, Krishna, they are eternal servants. But when some sadhak of sakhiras, you know, they can also enter, they are also with playing with Krishna. But now, who is, for whose purpose he is telling Krita Punna Punja, telling who is the eternal sakha, they are always the eternal sakha. They are not ordinary. This verse about this, Nityasiddhas. Просто это речь шла о стихе, которую произнес Рай Рамананда. Он сказал Крития Пунья Пунджа. Этот стих относится к вечным спутникам Кришны, не к тем, кто достигает этого положения. Поэтому было сказано, что они не стали таковыми, они всегда таковыми являлись. Что их положение не достигается благодаря пуни, благочестию. Так получается, никак не достичь, ну, этого... Нет, вы не поняли, еще раз. Стих, который произнес Рай Рамананда, описывая дружеские отношения с Кришной, вот этот Крита Пунья Пунджа, вот эти слова. Вот. Этот стих описывает вечных друзей Кришны, которые всегда с ним. Он не описывает ту такую ситуацию, когда кто-то совершает садхану, духовную практику, достигает того положения. Понятно? То есть этот стих именно о тех, кто вечные спутники Кришны, вечные друзья его. Вопрос по-другому можно поставить. Можно ли достичь этого положения? Это понятно, что да. Махарадж только что объяснил это. Просто речь в стихе шла о другом. Махарадж, can I read these questions from yesterday? First in Russian, then in English. Когда пытались убить Прохладу Махараджа, он также не взывал о помощи. Он был погружен только в мантру, которая предписана для сатья-йоги, и все-таки обращался, или все-таки обращался с другими, обращался другими мантрами во время опасности. Бросали со скалы, сжигали, топтали слоны и так далее. The question now about Prahlada Maharaj. It seems like Prahlada Maharaj also not interrupted his service. He always chanted mantra according to this yoga, sati-yuga. Means always glorifying Lord. And he not addressed other protectional mantras to protect him because he was thrown from the mountain on the legs of mad elephants and so on. He did it all, he always chanted just mantra, what he received from his guru, Narada Muni. He is not addressed for protectional mantras. Like, protect? Protect any mantra? Is Prahlad Maharaj interrupted his service of chanting mantra which he was received from Narada to protect himself, for example, Narasimha Kavacha, or not? Just praying, praying. Who is the devotee? this Prahlad Maharaj, you know, he is when you are giving jai, you are always telling Bhakta Shrestha Prahlad Maharaj ki jai, always telling. So you are now completely sadha, completely full of anarthas our heart, you know, full of anarthas our heart. Any problem not coming our spiritual life, so you are chanting this Nrisingha Dhyana Mantra. But when some devotee going some little bit high, like this Haridas Thakur, he did not chanting the Nrisingha Mantra. He always chanting Hare Krishna Mahamantra, always he chanting. He is the complete Saranagati to Krishna. And there are six kinds of Saranagati. You know, six kinds of Saranagati. Rakshati, Vishwasa, Gopturta, Varanagata. The Saranagati, two qualities is the always thinking Rakshati, Vishwasa, meaning he completely faith. Oh Krishna, he must protect me. And he is the Krishna. Must he maintain my life? You know, this is the Saranagati of devotees, you know. This is the very lawyer is the devotee, very simple devotee, they are six of Saranagati. And Prahlad Maharaj. Ответ таков, что Прохлад Махарадж является Бхакта Шрешта, то есть лучшим среди бхакт. Вот поведение такое, что преданный прекращает свои молитвы и молится Нарасимха Деву о защите, естественно, для начинающих преданных, кто еще не утвердился в бхакти сильно, кто еще не полностью шаранагата, чья вера не так сильна в своего Иштадевата, то есть в божество своего сердца,
Для таких преданных нормально молиться о защите Нарасимхадева. Но кто такой Прохлад Махарадж? Он Бхакта Шрешта, лучший среди бхакт. Мы его прославляем Бхакта Правара, Бхакта Шрешта. Поэтому он не молился защите. Он продолжал свою молитву, как и прежде. Он не обращал внимания на эту ситуацию опасную. Он не считал, что вообще находится в опасной ситуации. Почему? Потому что он полностью шаранагата. А что означает? Шесть анг, то есть шесть составляющих шаранагати. А одна из них – верить в то, что Господь защитит. Вот. Даже на более начинающем, на начальном уровне это возможно, что преданный не прерывает свое служение, потому что верит, что мой Господь, мое Божество, которому поклоняюсь, защитит меня. Что говорить о совершенном? Как и Харидас Такур, он также не молился о защите Нарасимхадева. Он не прекращал повторение Хари Кришна Махамантры, когда его пытались убить. In connection with this question, other part of this question. Why Lord Chaitanya, when he went to through Jharkhand forest, he singing Krishna, 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 Rakshamam, please protect me. Why he ask about protection? Yeah, that Mahaprabhu no need, he asks it to, why he is himself Radha Krishna, you know, together now, he the one form, he is the, no need to, Rakshamam need. Sometimes, you know, one teach to some sadhakas, sometimes they are some role they are doing, you know, Mahaprabhu, like Srivas Pandi, sometimes what symptoms also nursing there, mm-hmm. But himself is a Narada. Krishna telling in Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhanam, and Vishnachakartakur explaining, this means to come to protect from the separation, because Mahaprabhu is in separation, he is asking from this to protect, like, not from dangerous forest. No. If some ordinary sadhak, you know, they are ordinary sadhak, they are not telling this thing. You know, ordinary sadhak, and Mahaprabhu himself, Radha Krishna, together. And he, Krishna himself. You know? Mm-hmm. Mahaprabhu himself Krishna. So why ask to Krishna? Итак, вопрос, связанный с предыдущим вопросом. Почему Господь Чайтанья, когда шел в лес Джарикханда, пел эту защитную мантру? Кришна, 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 Ракшамам. Ракшамам означает «защити меня». Зачем он обращался к защитной мантре, чтобы его защитили? Когда он шел через лес Джарикханда, то есть там дикие животные, получается, что он в опасной ситуации просил у Кришны защитить свою жизнь. Так получается? Но Махарадж говорит, нет, не так. Дело в том, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это Рада и Кришна вместе. Кришна будет обращаться к самому себе. Он в абсолютно защищенном положении. Нужно правильно понять настроение Шри Чайтанья Махапрабху. Например, Шривас Такур. Шривас Такур относится к той категории совершенных преданных, которые всегда защищены. То есть они не испытывают вообще страха, чтобы молиться о защите. Но ради защиты других он взывал к Нарасимхадеву, чтобы Нарасимхадев пришел и защитил преданных. Ради других, не ради себя. Также здесь он мог просить защитить других преданных. Ну кто скажет, ну вот здесь же говорится Ракшамам, защити меня. Вот. Но в Вишнадчакаратакур в Бхагавадгите объясняет одну строку. Кришна говорит, я прихожу в этот мир, чтобы защитить праведников. Вишнадчакаратакур объясняет, что это означает, защитить праведников. Они уже защищены, как Харидас Такур, как Шривас Такур. Вот. Но что значит защитить? Они испытывают разлуку с Кришной. Эта разлука с Кришной, как, знаете, у Равана 10 голов, Даша Грива. Вот. Стоит только ему избавиться от наплывшего чувства разлуки, только он справился с этим, и вновь, как будто, знаете, вот Рама срезал одну голову стрелой, и тут же другая голова уравнивала. То есть эта разлука, она мучает преданного, и Кришна приходит, чтобы защитить их от разлуки. И поскольку Шри Чайтанья Махапрабху находится в настроении разлуки, он просит, пожалуйста, Господь, защити меня. Имеется в виду именно от разлуки, не от каких-то опасностей в лесу. То есть нужно понять настроение. Вообще, эти молитвы не касаются совершенных преданных. Вот. Они нужны несовершенным преданным. Даже более того, более-менее продвинутые преданные, еще не достигшие совершенства, но уже сильно привязанные к своему Иштадевату, уже не молятся о защите. Можно еще вопрос, да? А вот
Прохлада Махарадж, он молился кому? Он же не видел Нарисимхадева еще, он не перешел. К какому божеству молился? She's asking to whom Prahlad Maharaj offered his vandana. Because he never saw Nrisimhadev before. To whom he offered his prayers? To Narayan, Vaikunkhapati, or someone else? Who? Prahlad Maharaj. Yeah. Who we pray? Yeah, yeah. To whom he prayed? Yeah, this is the Narayani. Narayani, yeah. And he also, you know, he also eternal, you know, he is worship deputy of Narasimha Bhagavan. Prahlad Maharaj, you know, he is the eternal worship deity also, one way, he is the eternal worship deity also, Нарсингхадев also. Maharaj говорит, кроме всего прочего, вечное божество Иштадева, это Прахлада Нарсимхадев. И более того, образ Нарсимхадева вечен, он всегда есть в духовном мире. Он его видел, да? Получается так? Здесь первый... Вопрос следующий. В Москве он технически... У нас в Москве будет ягья. Одна девушка из другого... Мы сделали анонс в интернете, и одна девушка написала мне... Они не преданные. Не преданные с мужем, но они вегетарианцы, и они просто хотят сделать ягью. Но они вегетарианцы. Но они не следуют вайшнавизму. Просто они знают, что вот такая традиция, вот им нравится. Они хотят приехать из другого города. Могут ли они поучаствовать в ягье? Соответственно, они будут... В каком качестве деньги, поучаствовать в ягье? Как... Они хотят, чтобы была виваха самскара для них. Да. In Moscow will be organized yagya. And one question is coming. One couple, they are vegetarian but non-devotees, they want to take part in this yagya for viваха самскара. Is it possible or no? Yeah, no. Да, может ответить им да. For them it will be самскара. For them it will be very good samskara. Yeah. Можно еще один вопрос тогда? А сзади вас вот раньше подняли. Да. А я не видел. Махарадж говорил о том, что чтобы обрести положение слуги, нужно получить освобождение. О каком освобождении идет речь и как обрести это освобождение. You told before someone become a servant of Lord, he must be become liberated. About what? First must be become liberated person before he become you explain the rare what's the rare position of das and you told before must be mukti come to the stage of mukti and he's asking what kind of mukti you're telling this is the pre of this material existence this is the this material boundage is the pre of this material boundage. Речь идет о свободе от трех гун материальной природы, от рабства майи этого мира. Ниргуни, то есть. А? Ниргуни, получается. This person must be ниргун. Yes. Вот садху или чистый преданный, который достиг совершенство самоосознания, означает ли это то, что ему открыто святое имя, образ, качество и лилы Господа? If sadhu self-realized means knows his svarupa, does it mean what he can see rupa of nam, guna of nam, lila of nam? Yeah. Да. Может ли Махарадж описать, какой видел образ Господа? Ну, описать образ Господа, какой он видел? Can you describe when you chanting Nam, what the rupa you see when you chanting Nam? Telling no, our this is the two thing, you know. One thing is that you are thinking that this is Radha Krishna Mahaprabhu, you are thinking. No, you are coming to line of Mahaprabhu, so you are thinking the Mahaprabhu and Radha Krishna. This is the general thing. But when this is the whole unearth move your heart, you know, when the ruchi, nishtha, and when come asakti,
then Gurudev telling her situation of asakti, then coming this proud, you know, what is the your swarup, eternal swarup, this is some little bit proud is coming that time, you know, proud, when you put some seed, then coming sprout coming. So this is the death situation coming, not any before coming this thing. Мы в момент повторения Махамантры должны думать о вот этих образах Господа. То есть Сачинанда Гаура Хари и Ширадану Бихариджи. Это божества всех Гаудия Вайшнавов. Они медитируют на эти образы, на эту рупу в момент повторения Харинамы. Все. Что касается то о том времени, когда проявляются эти образы, естественно, при повторении Харинам. Они проявляются тогда, когда прен достигает уровня асакти. И на уровне асакти, глубокой сердечной привязанности к Господу, росточек бхавы, премы пробивается в сердце. И вот тогда есть шанс для спурти, то есть для мгновенного, кратковременного даршана духовной реальности вместе с божествами, которым поклоняется преданный. Вот так. Раньше этого нет даршана. Ну, как бы, ну, у Махараджа не было такого даршана еще. He is asking, do you receive this kind of darshan? Yes, what this telling, this is the, you know, who is the devotee, this is the Narottam Das Thakur telling, if some devotee sought this situation, but they did not tell to anybody, I am taking darshan. So telling, apan bhajan gatha nakai bhajata. It's all mut of our parampara. Yeah. Kabe. And Kabya and they are telling Narottam Das Thakur telling Apan Bhajan Katha Na Kahi Vijata, meaning you are feeling they did not tell to everywhere why I am taking this darshan, I am the pure devotee, they don't tell this. Культура и традиция нашей школы такова, что если Вайшнав и получает даршан, он никогда никому об этом не скажет. Более того, культура и традиция нашей парампары, нашей школы такова, что Вайшнавы говорят: о! Они не говорят: о, я сегодня получил даршан моего Господа. Нет, они говорят: кабе, когда наступит тот день, когда я увижу божественную читу? Когда наступит тот день, когда я увижу Джаганнатху на своем пути? Вот так. Ну вот. Это очень сокровенно, то, что они хранят в своем сердце и об этом не разглашают, они говорят другим. Вот я знаю, когда Бхакти Даита Мадхава Госвами Махарадж, он ушел, то Пури Госвами Махарадж, он потом сказал как бы Гурудеву, куда он и попал, его духовный учитель, какое он служение там выполняет. То есть он, ну, имел непосредственную связь, как бы, и, ну, в принципе, он это говорил потом. Ну, может, это говорил не сам Бхакти Даита Мадхава Махарадж, это говорили саду после него. Да, это Пури Госвами Махарадж был, когда он еще был в теле. Ну, куда именно уже, когда Бхакти Даита Мадхава Госвами Махарадж оставил тело, и Пури Госвами Махарадж, когда он еще присутствовал, он сказал, ну, наш, как бы, ученику Бхакти Даита Мадхава Госвами Махараджа, он сказал, где его Гурдев, что он там делает, как это, то есть он имел, ну, непосредственную связь. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, when Бхакти Даита Мадхава Госвами Махарадж left his world, he told, even before, when he was in trance, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj told about Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, where he is going, in which place of spiritual world, where he will be eternally served. He already explained to the disciples of Bhakti Daita Madhava Maharaj. We know from our Gurudev about this, about where is our Param Gurudev Bhakti Daita Madhava Maharaj. Yeah, sometime telling who is the... Sometimes they are Bruvarga, they are tell sometime, you know, who is the pure devotee, you know, disciple, they are also understand the swarup of this Gurudev. Sometimes if you are pure devotee, then you can understand too what is the swarup of Gurudev. And sometime Guruvarga, they are sometime mentioning this thing on this swarup. Да, иногда наша Гуруварга открывает такие тайны в отношении представителей, подлинных представителей этой цепи ученической преемственности. Иногда возвышенные ученики, то есть наиболее совершенные ученики своего учителя, также осознают сварупу своего учителя, то есть их вечное служение, видят этот образ. Иногда такое случается. Necessary can chanting now nicely doing bhajan. And when coming time, everything manifests at your heart.
Все, что необходимо, это прекрасно совершать садхана баджан. Тогда, когда придет время, вам будет открыто все необходимое, все, в чем вы нуждаетесь реально в служении. Если у вас есть подлинная нужда в каком-то знании ради служения, харинам откроет. По милости Гуру и Кришны. Ну, как бы, вот еще переведите, пожалуйста. У меня как, у меня есть очень большое желание, как бы увидеть, ну, образ Господа духовный. И я как бы твердо верю, что в этом может помочь только тот, кто сам имеет вот такую непосредственную связь. И, ну, я бы хотел как бы встретить такую личность, найти. He is asking these type of questions because he has, he's thinking he has real desire to receive darshan of Lord, and he is believe what only person who has already darshan can help me in this. What they help you also. Krishna also sometimes Krishna himself came and take a form of Gurudev. Sometimes tell you, you know, when Gop Kumar, you know, doing bhajan, sometimes Krishna himself came. And tell you, don't go this, left this place, you can't go there. Some Krishna, he take the form of Gurudev. If you have such a greediness, once Krishna also take a sadhu form and help you. Если у человека, у садаки, есть искреннее желание в отношении Кришны, в отношении служения ему, то тогда сам Кришна будет помогать такому садаке, такому человеку. Даже если нет соответствующего гуру, он примет облик этого гуру, как в случае было с Гопа Кумаром, придет и поможет ему, спасет его, укажет, куда ему идти и что делать. So necessary, without duplicate, you can chant this holy name and always weeping, weeping. This is the very best way. Лучший способ обретения даршана без двуличия, искренне плакать в момент повторения святого имени. And when, you know, always our Guru Varga telling weeping, when some baby weeping, then mother she fed this milk. You know, like this children, you know, very small baby, when he did not open his mouth also before, only weeping, weeping, mother, and then understand, maybe he want sleep, maybe he want milk, you know, when weeping, then mother everything understand. Like this, this is a very, very easy process, you are chanting holy name and weeping, always weeping, then Krishna, this is the very best way, weeping. Подобно тому, как мама может понять нужду своего ребенка по качеству его плача, то есть как он плачет, хочет ли он кушать, хочет ли он спать, или он боится чего-либо, вот точно так же Кришна по качеству нашего плачет, плача поймет, чего же мы реально хотим. И когда он услышит реальный, подлинный плач о его даршане, только тогда он откроет себя, покажет себя, то есть дарует свой даршан. И это лучший способ обретения видения Господа. У меня коротенькая, просто коротенький вопрос. Махарадж говорил, что нужно медитировать во время джапы на такурите. А если дома гопал, то медитировать на гопал или все равно гопал? You told without Thakurji here, but if I have at my house on the outer gopal, I must meditate on gopal or what? No, our sampradaya, Mahaprabhu, what he want gave to us, this is the jugal, Radha Krishna, you know, Radha Krishna jugal. So necessary, if you are Gopal, no problem, but you can think to, you know, our Radha Krishna pranamar jugal, this one, this is our... They can also meditate on Gopal in on context of the Madara Lila, because it's helping Subh Bhakti so much. В нашей школе мы медитируем на Югала Кишор, то есть на божественную, юную божественную читу. Это суть, это самое главное, медитация идет на них. Я говорю Махараджу, но в принципе преданные могут медитировать на Гопала. И он сказал, да, они могут медитировать на Гопала. Почему? Вы должны вспоминать Дамодара Лилу. Она подробно объяснена нашим Гурудевам, есть книжка Дамодара Лила. Почему? Потому что эта лила очень благоприятна для бхакти. Там столько секретов того, как служить Кришне, столько секретов того, как с помощью духовной, целеустремленной практики достичь совершенства. Поэтому Гопал, медитация на него также может помочь. То есть, в данном случае, Иштадеватам будет Рада Кришна на алтаре. Медитация на Гопала будет вспомогательной в служении медитации для Рада Кришны. Вот так. На начальном уровне
Мы можем слушать Рама Лилу, Нарисимха Лилу, все эти лилы. Тем более у Шагапали из Вриндавана. Вопрос к вам. Первое, я хочу сказать, если мы квалифицированные, то попрошу ответить, если нет, то не нужно. Вот. Когда мы изучаем Адвайту, Майваду, мы берем классическую школу Шанкары. А есть такие школы, как Шуда Адвайта, да, Валабхи. И что мы можем противопоставить людям? То есть, допустим, противопоставить Шуда Адвайте? Да, потому что я проповедую, допустим, человеку, который мы с ним сначала по Шанкаре прошлись, потом по Шиваизму прошлись, и вот как бы сейчас мы дошли до стадии Шуда Адвайта. He's questioning, he's telling first, if you think I'm qualified to hear your answer, you can answer. If you think I'm not qualified, no need to answer. But my question is, according to our school, Mahaprabhu and our acharyas, they defeating Kevala Advaitavad or Shankaracharya. But what about Shuddha Advaita of Vallabha Sampradaya? I met one person who presented me the philosophy of the school. First we discussed Kevala Advaita and destroyed this philosophy by discussing. But what about destroying of his position of Shuddha Advaita? He is thinking Shuddha Advaita is a school which we must be opposite, like this. А вот он сказал. То есть с вашего вопроса я правильно понял? То есть вы считаете, что мы, они наши оппоненты, и мы должны их победить? Нет, да, там вся идея в том, что, грубо говоря, Господь здесь форму принимает. Все то же самое практически. Uh-huh. Они также поклоняются Кришне, вроде в Ацалья Расе даже. И что Господь, Он не имеет формы, Он принимает здесь форму, как Мурти, чтобы мы к Нему пришли через эту форму. То есть форму. Изначально Он без, да. без рук, без... Да, здесь, да, но мир реален, то есть все то же самое, что вроде как здесь, но вот... The person of this school, он русский, да? Кто? Этот человек. Который мне это рассказывает? Да. Да, да, друг мой. One Russian person, he is telling, he's understanding of Shuddha Advaita. One Russian person, I think this is his understanding of Shuddha Advaita, of Vallabhacharya. He's explaining, they actually has more or less same philosophy as ours. Yeah. But the difference is, they thinking absolute truth, no form, in absolute reality. But when he's coming to here as avatar, he's taking form. This is philosophy which I found the difference between us. No. It's not a real philosophy of Shuddha Advaita. No. It's modern. This is the Mayavadi philosophy. Это философия Майявади, не Shuddha Advaita. Yeah, this is the no. The Mayavadi philosophy, they are telling this is the only egg Brahma Ditya Nasti, their philosophy. Only one Brahma. No, only two. You know, they are their philosophy. Only one Brahma. And how Krishna now, this is Maya, he catch this Brahma. Now he Brahma now becomes the Krishna and Ram. And they are also controlled by this Maya. When free of this Maya, Krishna and Ram, they are become again this Maya, this Brahma. They are philosophy, their philosophy. Our philosophy, no, Krishna is always eternal. Sarva Nitya, this is Rupa Goswami, Rupa Goswami telling. And Laghu Bhagavata, Amrita, Sarva Nitya Sasvatasya. He telling Krishna's all planet, all home, they are eternal. Yeah, eternal they are. And they are telling Avatara. You know, you are telling manifestation, avatar. What do you mean avatar? Avatar meaning aprapanchaj prapanch avataranam. They are always the eternal dham, always their eternal forms they are, you know, always. And when they are want, some need this material world, then he came from to descend to here. Not before have no any form, now he became, oh no, this is the Mayavadi philosophy. So Rupa Goswami tell you, no, they are abode, this dham, you know, they are big, maybe they are Brahmand picture there, they are saying all planet is the eternal there. Nrisingadeva planet, Varahadeva planet, Matsya, their planet is the eternal. And when they are one need this material world, then they came from to there, you know. Итак, эта философия не является философией Валабхачари, то, что он представил, это философия Майвади. Они считают, что есть один-единственный абсолют, Брахман, неделимый, не имеющий никаких образов, которые приходят в этот мир, то есть майя хватает часть этого абсолюта, покрывает его, и так появляется аватара.
Вот, это философия Майявади, поэтому их вайшнавы зовут Майявади. То есть те, кто считает Майю превосходящей абсолютную истину. То есть они учат не об абсолютной истине, а учат о славе Майи. Вот. В действительности это не так. Согласно шастрам, мир абсолюта описан также в шастрах, в том числе в Упанишадах. Там также есть духовная реальность, то есть есть планеты, обители, формы. И у абсолюта есть облик. И когда он приходит в этот мир, он приходит вместе со своей обителью, он приходит в своем изначальном своем образе, он его не меняет. И если вы возьмете картину, вот тут есть такая картина, духовные материальные миры, и там много-много духовных планет, где там есть мир Варахи, есть мир Маати, то есть те, кому мы знаем как Дашаватара, у них есть их вечные духовные обители в области, в сфере Вайкунхи, и они оттуда не сходят. Это то есть не то, что это здесь абсолют принимает такой образ, нет. Там этот образ есть. Вообще, вся реальность, все, что мы видим, все эти образы изначально идут оттуда. Не было бы такого понятия, как рыба, если бы не было Господа в этом облике. Вот так, этот облик оттуда, изначально этот образ оттуда. А тогда что такое Шуда Адвайта Валуки? Что это за учение? Чем отличие? What the real teachings of Valabhacharya? What is real Шуда Адвайта Вада? Да, там Ануджа, они же говорят. Yeah, necessary can read our Gurudev publication one scripture for Sampradaya. It's not translated in English. Not translated. I saw in Hindi, but no English even. It's a good book. But maybe we should find out anywhere. Maybe this is not our some. I know in English available commentaries of four schools I found on Vedanta Sutra. Four schools on English commentary is available. Yeah, maybe computers can find out, I think. Махарадж говорит, есть классная книга, которая была опубликована в нашей санге, называется «Четыре сампрадая, четыре школы». К сожалению, она опубликована на хинди. Я сказал Махараджу, что даже на английском не было перевода, по крайней мере, еще недавно не было перевода. Но я ему сказал, что на английском доступны комментарии всех четырех школ к Веданта Сутре. То есть, если вы хотите понять Шуда Адвайту Валабхачари, вы можете найти комментарии на Веданта Сутру, их сампрадая. Оно доступно. Я в свое время искал, и находил все эти комментарии. Скажите, а Махарадж вот сказал, что как бы, ну, в нашей культуре, ну, не принято описывать там, ну, образ Господа, как бы это, ну, ну вот да. Я вот до этого как бы спрашивал. Говорить, что я видел. Да, не то, что это самое. Но, в принципе, вот Шримад Бхагава там преданные, они описывали образ Господа, и как бы, ну, что плохого в том, чтобы как бы, ну, услышать от садху, ну, образ Господа, как бы. His question is continue his question. Because we can find in Srimad Bhagavatam what how devotees they share with each other how they saw Lord. This means they saw the Lord, they had darshan, and they share about this with other devotees. What is bad in this? You told devotees not telling about this, this keeping inside. But we can find examples in Srimad Bhagavatam how bhaktas they share with other bhaktas what they saw. Yeah, they're not share telling I am this manjari, this sakhi, no? So they share to each other harikatha. And they are not share my eternal form with you. And when this situation not ordinary situation, it's very, very high class situation, you know. Вы можете найти в Шримад Бхагаватам описание, как они делятся друг с другом харикатхой, то есть рассказывают друг другу харикатху. Но то, что вы спрашиваете, вы не найдете таких примеров, что преданный рассказывает о своем собственном сокровенном опыте. So when coming time, everything you can understand. No, that time there, you know, there like this Gurudev gave example. When one girl, this age is the 5-year-old age, maybe 10-year-old age. If you are telling some love, prem about how one girl, boyfriend, and their each other love, if explain to some 5 and 10-year-old girl, she can understand this thing. But when she age is the teen age, 16, 19, 20. If only gave little bit of hint to her, then he understands so many things. Why? Now his age is completely... Because your intelligence now... Yeah, now he's completely... This age is coming like this. Like this, Gurudev gave... Like this, when comes that situation, what do you question? All question, answer easily, you can get easily. And he can herself... All question, answer easily.
he understands. And must be Guru's will. For example, Vyasadeva saw Krishna's will, means soul darshan, and he gave his share. But why? Because Narada Muni gave order to him. Only in this case, or vice Vaishnavas prefer not to say about this, what I understand. Это очень сокровенный опыт, который преданный не делится и не будет говорить. Представьте, если маленький ребенок будет вам задавать вопросы о любви между мужчиной и женщиной. Вот. Что взрослые люди могут объяснить ребенку? Он в принципе не способен понять эту тему. Поэтому будут говорить так и столько, сколько он хоть что-то может понять. Но когда та же девочка, допустим, подрастет, ей исполнится 16-18 лет, ей достаточно намекнуть, она все поймет, потому что все, теперь у нее есть опыт, теперь у нее есть соответствующий разум, которым она может это понять все. Нет необходимости даже все объяснять. Вот. На определенном уровне развития становится способным. Точно так же вы спрашиваете, задаете вопрос, который должен соответствовать определенному духовному развитию. Я сейчас не могу об этом говорить. Также я сказал Махараджу, что есть примеры в Бхагаватам, когда преданный делится своим собственным опытом, как они видят Господа. Реально, получили даршан и рассказали другим. Например, Ведавиас, он увидел всю Кришналилу и поделился этой Кришной, этой лилой, и поделился этим даршаном, написавшим от Бхагаватам, со всем миром. Вот. Но почему? Потому что был приказ гуру. Нарада Муни приказал ему так сделать. Если гуру не прикажет, ученик не будет раскрывать свое сердце. Только в этом случае, потому что иначе это сокровенное богатство, которое он будет хранить в тайне. Два момента. Аудитория не готова к восприятию данной темы. Раз. Второй момент. Должен приказ гуру, чтобы раскрыть свой собственный сокровенный опыт. А Нарада, когда рассказывал, ну, то, что Господь не увиделся при повторении имен, он также находится в гуру парампаре, и он исполняет, он служит. То есть, когда он воспитывает в других желания, служить Кришне, он также исполняет приказ своего гуру, и поэтому он может посчитать нужным именно для этого ученика, он посчитал нужным, что именно для этого ученика сейчас я это могу рассказать. А то, чтобы этот ученик всему миру рассказал. Окей, I told about this, what must be order of guru. Also explain what you told about girl. About audio can be not qualified to hear this. They are like small girls or boys. No, but telling your child now, Hare Krishna Mahamata. So Gurudev one time Gurudev taught. You know, just Jaiva Dharma. So Brajanath sometimes to question. And then Gurudev telling, if I tell to you, you do not understand this thing. Why? This is not your situation. Give you answer to you. He doing some question, Brajanath doing some question. The Babaji Maharaj, he come doing some question, then Gurudev, then Babaji Maharaj tell, if I tell this answer, you not understand this thing. So he telling, without duplicity, you chanting this holy name, always chanting holy name. When come this situation, you can understand. Jeva Dharma есть хороший пример. Враджанат задает вопросы своему духовному учителю Бабаджи Махараджу. И в определенный момент Бабаджи Махарадж отвечает так. Даже если сейчас отвечу на твой вопрос, ты не способен это понять. Ты должен просто повторить Хари Кришна Махамантру. И тогда, по милости святого имени, это тебе откроется. Вот так. And like the Rasagula. You know Rasagula? Rasagula, знаете? Кого? Rasagula. And you know Gulab Jamun? Такая сладость молочная, Rasagula. You know cake? Ну, торты, наверное, знаете, пробовали. Like this. Maybe you eat cake. Maybe she did not eat cake, you know? Например, ты знаешь вкус торта, а она нет. I telling, oh, cake is very sweet, very nice. But you eat cake, but she did not eat cake. Then when I asked to her, how cake? Well, yes, I heard this very sweet. But when they ask why you are eat this cake, how the cake? So sweet. Then your mouth, water is the cake. Why you eat this cake? So you know this taste. Like this, when you chanting this holy name, then comes some realization. When the realization, then you can understand easily. Understand why? That realization comes something. So always telling, always you are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. And there are so many things even telling.
А, допустим, вы знаете вкус торта, вы пробовали торт, а ваша соседка никогда не пробовала торт, к примеру. Вот. И ее спрашивают, ну и как там торт? Она такая, да, я слышала, торт это сладко, но я слышала. То есть она сама не знает, что такое торт. Но если вас спросят про торт, что это такое, вы скажете, о, торт, ты не представляешь, это такой там крем, там то. Так что у слушающего слюнки побегут от того, что он слышит. Почему? Потому что человек, который рассказывает, он знает, что такое торт, он знает, какой вкус торта, он распространяет вокруг себя вот этот опыт своего знания, своего вкуса торта. Вот так. Вот я как раз и прошу этого вкуса у Махараджа. What is why I'm asking you? I need this from someone who knows. Когда он расскажет... First you can eat, meaning this, first you can chant, you know, Mahaprabhu always... То есть сначала нужно, чтобы вы повторяли Хари Кришна Махамантру так. Yeah, так, а если у меня нету вкуса, ну, как я могу повторять, если у меня нету вкуса? А вот как раз, когда Махарадж расскажет рупу Господа, какой он красивый, какой он неотразимый, у меня вкус появится, я начну повторять мантру. В общем, здесь, скорее всего, вопрос в том, что вы как... Не-не, вот Рага Бхакти, как напитать его. What is why I'm asking to narrate about the rupa of Lord, because I haven't test for this. Huh? But what I'm asking about rupa of Lord, because if someone who realized this rupa, who have test for this, if he will narrate and glorify this rupa, he will give me test for this. Now I have a test. What is what? You are listening to this Harikatha, this is enough for you. Та Харикатха, которую вы сейчас слушаете, для вас достаточно. Yeah, you can listen to Harikatha. Monaramachki is a Harikol. Tomorrow, okay? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Priyadvaita Gadadhar Shiva Sadhi Gaurabhakta Vrindavan Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Priyadvaita Gadadhar Shiva Sadhi Gaurabhakta Vrindavan Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Priyadvaita Gadadhar Shiva Sadhi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadhi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna, every day you are try put tilak, okay, after shower, this is the Vaishnava's fast rule is the put in tilak fast after shower. Without tilak you cannot do any kind of pious activities, not chanting guru mantra, you cannot worship to deity, you cannot do anything. So when one student without tilak came class, then Mahaprabhu kicked to this class. Well, you know, without tilak how came class? Go and put tilak, then came class. So that meaning Mahaprabhu gave teach, without tilak you cannot come to any class, cannot chanting holy name, cannot do RCM to anything. So everybody try to put tilak and establish this Lalar Kesava and Udara Narayana. And if somebody knows the paper, then I can get paper to him. Все должны приходить на лекции с тилакой. Если нет тилака, Махапрабху гонял своих учеников. Если они походили на урок к нему без тилаки, он их выгонял, говорил, иди домой, вернись и поставь тилаку. Это первая обязанность вайшнава. С утра, как только встал, помылся, вставить тилаку на 12 частей тела. Если вы не знаете мантры, не знаете, как ставить, обратитесь ко мне, я вам дам листочек с мантрами. Хорошо. Это обязательно, это ваша обязанность. А если с утра ставили... Потому что прежде чем приступать к какой-либо деятельности преданного, нужно поставить тилку, нужно утвердиться в своей цели, иначе это бессмысленно будет все. А если утром ставим, ну такой слабенький очень, чтобы его не очень было видно, все равно он без глаз он делает ярче. Он объяснял. Хорошо, she is telling if I will put tilak in such a way, but it will be not visible because I have job or some else. When you got a job, must wear put tilak.
necessary this like we take light, not any take clean, you know. Very light you can take, but necessary put tilak. Важно ставить тилаку. Если там у вас работа, офис, да, можете поставить так, чтобы другие не видели. Но важно, чтобы надо поставить. Я так и ставлю. Просто перед классом нужно дополнительно ставить ярки. Здесь все свои. Я бы здесь поставил так, чтобы видно было. Ярки в класс, necessary put тилак. Without tilak, never sit in class, you know. I have tilak, but... You don't like. That's necessary for tilak, no? But necessary to put visible tilak before class. Yeah, necessary. Again. You know, this is so Mahaprabhu. Now, why Mahaprabhu kicked to him, you know? You know, this is the tilak, you know? Our Premananda Thakur is telling, if somebody did not put this tilak this, here, like he gave, telling it is the crematorium, you know? Crematorium. Наш Премананда Такур поет, он говорит, лоб не украшенный тилакой подобен земле крематория. Yeah, so when you know when put tilak, complete your face, complete change, you know, you are look like some Vaishnavas, look like you are came from to descend from to Goloka Vrindavan. Когда преданный ставит тилаку на лицо, он преображается, его лицо преображается, он становится похожим на человека с духовного мира. Yeah. So. Everybody stand up. Okay?